I have bad brethren. Юмир, Тускар. Родом из Борейской тундры, Юмир – один из мудрейших воинов, обладающий опытом войны с ледяными троллями и нерубийскими пауками, осаждающими его поселение со времен юности. Тускар с радостью вступил в ряды сил света с целью помочь в борьбе с растущей мощью тьмы. Мастерство его заключается в поразительном использовании магии холода, куда входят не только броски снежками и метание кусочков твердого льда, но и призвание массивных метелей, которые значительно мешают врагам в борьбе. Хорош. Уф. На вставочку. Гоу. Хорош. Чпань. Оп, засейвили. Смотрите на инвокера, пацаны. Он не даст мне подойти к нему в упор. Смотрите, сразу. Опа! Инвиз побежал. Сейчас инвокер сюда подбегает. Вот, кнопочки жать. Бежит уже. Конечно. Как же без этого, друг мой, на инвокере? Меня разорвался. По ему вот так вот делаем. Я просто ванпанчную его. Пау. Они обернули, да? О, Ахевич. За душу. Пробафл. Минус армор. Есть. Поход на вставочку, да? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и, конечно же, сегодня у нас перед началом ролика хотелось бы выделить огромное количество ребят, которые уже, посмотрите, сколько их они подключили, спонсорскую подписку, друзья, спасибо вам за то, что поддерживаете, спасибо за то, что выделяетесь в чате, ну и, конечно же, смотрите контент немного раньше и знаете немного больше. Друзья, не забывайте, что спонсорку очень легко подключить, можете выделяться в чате, конечно же, знать намного больше по контенту. Ну и, в принципе, это все. Но там много плюшек, рекомендую зайти, посмотреть и почитать, что у нас делают 3 левела спонсорки, друзья. Как вы видите, друзья, я сейчас нахожусь в другой комнате, посмотрите вообще, что происходит. Я в другой комнате, да, в моей комнате, в которой я был. В инстаграме я выкладывал, в ней сейчас идет ремонт, я сейчас делаю ремонт, ну и конечно же переехал в немного другую комнату, тут немного проблем с освещением, но ничего, проблем, надеюсь, никаких не будет. Ну и в принципе как-то так, спасибо, друзья, что поддержите, спасибо тем ребятам, кто помогал собирать на ремонт, ну и конечно же будем делать какое-то освещение еще, блин, там столько всяких плюх есть в голове, которые хочется сделать, но не знаю, как это будет все выглядеть. Посмотрим. В общем, друзья, сегодня у нас гайд на Тускара, а это значит, что сегодня мы узнаем, как работают у него способности, как работает Ice Shard, как работает Snowball, как работает Frozen Sigil и, конечно, как работает Punch. Ну и еще одна способность, которая у нас дается с Аганимом, тоже узнаем, как она работает. Также, друзья, мы сегодня узнаем, к какой роли у нас относится этот герой, конкретно Тускарчик, что это у нас, тройка, четверка, пятерка, единица, непонятно. Ну и, конечно же, узнаем, в мете он или нет. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже называется Ice Shards. Это то есть у нас ледяные куски какие-то, хоткей у нас Е. Давайте прокачаем эту способность и посмотрим, что она у нас делает. Нажмем вот сюда, вот, например, дальность применения у нас 1800 единиц. И в радиусе 200 единиц мы будем наносить урон всем, кто будет находиться на пути вот этого шара, который будет лететь. Давайте закинем и посмотрим, что произойдет. Такой вот у нас шар летит, и в конце образовалась вот такая вот стеночка. Друзья, эта стеночка стоит 7 секунд, и через нее нельзя никак пройти. То есть, если оппоненты попробуют как-то пройти через нее, у них ничего не получится. То есть, тем самым вы можете заблокировать ему путь, или, конечно же, заблокировать путь своим союзникам, или кого-то закрыть. То есть, тут множество вариаций, как можно использовать данную способность. Эту способность можно, как бы, использовать, чтобы закрывать вот такие вот места, вот такие, вообще, очень сильная способность. Ну и, конечно же, она наносит небольшое количество урона, в зависимости от уровня прокачки. Что ж, посмотрели, как работает эта способность. Давайте теперь по уровням прокачки пройдемся, и потом поговорим о некоторых нюансах еще дополнительно. Смотрите, на первом уровне мы нанесем этой способности 70 урон, на втором 140, на третьем 210, на четвертом 280 урона. При этом
Калдаун у нас будет 19, 16, 13 и 10 секунд. И монокост 100, 105, 110 и 115 единиц маны. Самая приколюха — это то, что даже если юнит имеет БКБ, он не сможет пройти через эти шарды. И, конечно же, вы просто перекрываете путь. Ну, сейчас не перекрыл, очень криво. В принципе, вот эту зону очень тяжело перекрывать. Надо просто становиться именно вот так вот как-то становиться, чтобы прямо шард кидался и не было никаких проблем. То есть боком я так не смог закрыть. То есть шард, именно вот эти куски, они ставятся именно так, что вот, допустим, если вам нужно вот это место перекрыть, вы не сможете, скорее всего, перекрыть его отсюда, потому что шарды раскроются от вашей стороны. То есть они будут вот так вот дугой раскрываться от вас. Поэтому желательно в таких местах перекрывать именно вот так вот ровно, смотря на эту местность. И тогда все получится. Если у юнита есть БКБ, вот такой вопрос я уже поднимал. У юнита оппонента, допустим, есть БКБ, и я кидаю шард, его не продамажит. Не продамажит моя способность. К слову, напоминаю, что радиус поражения во время того, как вот этот вот эти куски летят, юниты, видите, получили урон. Радиус вот этого получения урона 200. То есть в радиусе 200 единиц вот этот большой такой шарик будет карать. И, конечно же, в конце поставится вот эта стеночка. Юнит БКБшный не сможет, никак не сможет ее проигнорить, эту стенку. Нужно будет либо ждать 7 секунд, либо просто как-то обходить. Вот такая вот у нас тема, друзья, по первой способности. К слову, еще забыл упомянуть. Этот шард имеет скорость передвижения 1100 единиц, то есть скорость именно самого вот этого полета 1100 единиц. То есть вам нужно будет примерно рассчитывать скорость юнита и скорость вот этого шарда. Ну и, конечно же, расстояние, на которое вам нужно закинуть. То есть, допустим, давайте разберем вот такую небольшую ситуацию. Вот так вот у нас бежит медуза, и мы отсюда такие: о нет, надо не дать ему туда пройти. Опа, закрыли. Все, он никуда не денется, он начнет обходить. И мы тут спокойненько можем встретить его и подзадушить. То есть вот такая вот у нас тема на первой способности. Как ее использовать, решать вам. А мы начинаем вторую способность. Следующая способность, друзья, у нас немного специфична. Это у нас Snowball, хоткей у нас W. Нажимаем Snowball, давайте смотреть, что у нас будет происходить. Тут очень много нюансов, поэтому постараюсь ничего не упустить. Нажимаем на оппонента, вот так вот Тускар у нас что-то подготавливается, долго стоит и начинает катиться и настигает. При этом, смотрите, этого оглушил и нанес ему урон. И, конечно же, до Легиона тоже докатился, оглушил и нанес урон. Урон у нас тут и оглушение, ребят, улучшается с уровнями прокачки. Об этом мы будем разговаривать чуть позже. Сначала постараемся разобрать полностью Snowball и пойдем далее. Как вы видели, Тускар у нас накатывался. Он такой на месте стоял, шар становился больше и потом он покатился. Вот это время подготовки у нас составляет 3 секунды, но мы можем его скипать. То есть, если вы не сильно рукастый, для того, чтобы засунуть союзника в этот Snowball, да, а это можно делать, об этом тоже после всего разбора будем разговаривать, то вы можете сразу ее отменить, вот эту подготовку. Смотрите, нажимаем W и нажимаем еще раз W, и Тускар у нас покатился. То есть, нужно просто сразу же мгновенно нажать W, и он покатится вперед. То есть, как у нас это работает? Показываю еще раз. Нажали на оппонента W, нажимаем W еще раз и покатились. Круто, да? Не так ли? Вот просто вот скипнули эту всю тему и покатились. Время преследования во время того, когда мы находимся в шаре, составляет у нас 3 секунды. Скорость шара у нас идет 675 единиц. То есть, от этого шара, в принципе, можно убежать. Давайте попробуем на Легионе убежать. Туда нажали, и смотрите, у нас Тускар уже здорово покатился. Догонит ли он легионы? Не догонит, ребята, уже не догонит, уже слишком далеко. Поэтому иногда нужно просто скипнуть вот эту подготовку с помощью W, и, конечно же, у вас все должно получиться. 2000 расстояния с помощью этого сноубола можно преодолеть, и это очень годно. При этом, во время того, когда вы находитесь в сноуболе, и находятся ваши союзники в сноуболе, они неуязвимы. Также есть тут еще одна фишка, которая у нас позволяет Тускара сделать немного имбой во время этого сноубола. Во время сноубола мы неуязвимы, но при этом именно Тускар может нажимать кнопочки во время сноубола. То есть, допустим, смотрите, если у вас лоу хп, вы можете, допустим, там переармлетиться во время сноубола, или догон дать во время того, как вы катитесь, или во время того, как вы подготавливаетесь, или во время того, когда вы находитесь в сноуболе, заюзать даггер. Но так нельзя делать, ребят, потому что вы себе багните вот такую тему. У вас даггер ушел в КД, и вы видели, вы вроде тут появились, но вы находитесь в сноуболе, потому что это механика игры. Лучше сделать это после того, как вы докатились, и тогда только уходить с сноубола. Так, ну такие моменты есть.
Далее, смотрите, что у нас тут еще есть. Я говорил о уроне и оглушении, в зависимости от уровня прокачки. У нас тут есть еще приколюха начального радиуса этого сноубола и конечного. То есть, в начале пути, когда Тускар у нас катится, сноубол у нас составляет радиус вот этого оглушения и нанесения урона 200 единиц. И этот радиус увеличивается посекундно до 320 единиц. То есть каждую секунду, пока вы катитесь, тык-тык-тык-тык, 320 у вас уже будет. То есть в начале 200, а в конце 320. То есть сноубол он такой, как... Получается, смотрите, вот он вот так вот оп-оп, тык и надамажил в конце. То есть в конце АОЕшка будет намного больше, если вы катитесь. Время у нас вот этого наката 3 секунды составляет всего время преследования. Это, по-моему, я уже говорил, но не суть. Смотрите, далее, что касается у нас союзников. Также мы можем брать союзников в этот сноубол, и союзники сами могут залазить в этот сноубол. Как это работает? Смотрите, радиус сбора у нас во время того, когда мы находимся в сноуболе, 400 единиц. То есть в радиусе 400 единиц вы вот так вот просто если мышкой прокликаете, тык-тык-тык-тык-тык, вы можете собрать вот этих девчонок и отправить их, конечно же, тоже на суету, на вот эту прекрасную вечериночку. Ну и, конечно же, деревица рядом с этой темой вы также срубите. Смотрите. Опа, девчонок собираем. Раз ПКМом, два ПКМом и три. Собрали быстренько и отправляемся. При этом вы можете собирать даже... Не во время подготовки, а во время того, как вы просто катитесь. Случай такой у меня был. Парень берет оппонент, кидает рипер моему союзнику, и мне нужно засейвить его. Я вот так вот качусь, и во время самого сноубола, когда радиус уже близок, радиус вот это 400 единиц, я прям во время наката хватаю его, этого своего союзника, и запихиваю его к себе в сноубол, и тем самым засейвливаю. То есть не обязательно именно во время вот этой подготовки собирать юнитов. Можно еще и вот так вот по ходу движения уже сразу собирать. Это очень годная тема. Также и союзники могут залазить в этот сноубол. То есть, допустим, смотрите, ЦМ-ки, я нажимаю ЦМ-ками на сноубол, и, конечно же, я залазю. То есть, не обязательно, чтобы Тускар прокликивал. Я иногда даже сам к Тускару залазю, когда понимаю, что можно, годно, так сказать, сделать какой-то контент. И к Тускару сразу залазит. Тут, кстати, сразу вспоминается комбинация Тускар плюс Кентавр. Это очень жестко. То есть Тускар берет Кентавра, они накатываются. Кентавр дает стан, дабл эдж. И Тускар еще добивает там очень много урона. И все эта тема жестко душит. Плюс, какая у нас еще есть плюшка? Союзники также у нас неуязвимы во время вот этого сноубола. Но и один союзник, который будет находиться в сноуболе, он будет добавлять урон. То есть урон этого сноубола. Максимальное количество урона за сноубол — это 400 единиц на ласт уровне. Но вот по табличечке, которая вот сейчас у нас появляется, вы можете посмотреть. В самом низу, смотрите, урон за собранного героя 20, 30, 40 и 50 единиц. То есть есть базовый урон еще и урон за собранного героя. Это прикольно. Ну и что ж, друзья, давайте посмотрим, конечно же, по уровню прокачки вот эту табличечку. Улучшается у нас урон, я говорил, и накладывается стан. Смотрите, первый уровень 80 дэмэджа и 0.5 секунд стана. На втором уровне 120 урона и 0.75 секунд стана. На третьем 160 урона и 1 секунда стана. И на четвертом 200 урона и 1.25 секунд стана. Но это именно базовый урон. Стан, к сожалению, не увеличивается. Это базовый урон. Базовый урон еще можно... немного дополнить тем уроном, который у нас написан вот здесь на табличке. То есть уроном за собранного героя. То есть плюс 20, плюс 30, плюс 40 и плюс 50 дэмэдж еще можно за каждого героя собранного, так сказать, добавить. Смотрите, что у нас еще есть. Калдаун 21, 20, 19, 18 секунд и монокос 75 маны. Это очень-очень приятная тема. Как эта тема будет работать у нас на БКБ? Мы можем взять своего союзного персонажа, который находится в БКБ. Это так написано, по крайней мере. Давайте проверим. Смотрите, у нас есть СМ-очка с БКБ, она юзает БКБ. Мы, опа, прокликали и, конечно же, отправляем ее тоже с БКБ вот сюда. Это прикольно, это работает. Кстати, что у нас тут еще, друзья, есть? От сноубола нельзя как бы и отблинковаться. То есть, если оппонент попробует как-то отблинковаться от сноубола, то мы все равно будем катиться в его сторону. То есть, допустим, если мы нажали уже W, то все, мы уже будем накатываться по-любому в ту сторону, куда он попытается отблинковаться. И будем преследовать, пока у нас время преследования не закончится или пока не настигнем. Так что вот такая вот у нас, друзья,
тема. Надеюсь, в принципе, ничего не упустил. Если что-то я забыл, я, конечно же, добавлю. Добавлю вот, вот этим вот текстом прекрасным, который я иногда дополняю в обзорах способностей. Ну и, в принципе, все, друзья. Пользуйтесь. Очень годная способность. Можно запихнуть союзника, можно самому подсейвиться, поюзать артефакты. А союзники не могут юзать, я сразу сказал. То есть они вот во время сноубола не могут ничего юзать. Ну и, конечно же, можно этой способностью жестко подсейвливать от риперов всяких там. Ну или, конечно же, от ульты аппарата. В принципе, это все. Погнали на третью способность. Следующая способность на нашем персонаже, друзья, это Frozen Sigil. Данная способность у нас позволяет в определенном радиусе, в определенном месте, на определенное время замедлять у нас оппонентов и не давать им быстро бить. Давайте создадим этот шар и посмотрим, что у нас будет происходить. Хоткей у нас F, нажимаем и появляется вот такой вот шарик и такой красивый эффект, сразу видите, снег такой пошел. И в радиусе 600 единиц данный шар будет парафинить всех оппонентов. То есть как? Они не смогут быстро бить и не смогут быстро перемещаться в зависимости от уровня прокачки. Тут мы все чуть посмотрим позже, все у нас тут будет улучшаться. Длительность такого шарика у нас 30 секунд. И, конечно же, для того, чтобы избавиться от этого шарика, его следует разбивать, конечно же. Для того, чтобы разбивать, требуется определенное количество ударов. Как вы видите, табличка появляется, у нас табличка появляется. 3, 3, 4, 4 удара для героев надо по уровням прокачки. И, конечно же, для, так сказать, не героев 12, 12 и 16, 16 ударов, как вы видите, нужно для того, чтобы разбить этот сигиль. Нажимаем еще раз F и посмотрим, куда он у нас может летать. Летать этим шариком вы можете где угодно, то есть вы можете как-то аккуратненько подсматривать за юнитами, то есть, допустим, у него небольшой обзор у этого шарика, но, тем не менее, кошмарить вы можете какого-то милишника аккуратненько и не давать ему убежать и, конечно же, преследовать его. Самая прикольная тема, что этот шар у нас идет 30 секунд, в принципе, и очень много импакта он может внести. Но, к сожалению, в БКБ этот шар не сможет наложить никакого замедления, и замедление скорости атаки также не сможет наложить. Давайте посмотрим, что у нас тут по уровням прокачки. На первом уровне 10 movement speed и 30 атак speed, причем в процентах, посмотрите, именно в процентах замедляет. И на втором левеле 15% МС и 40 АС. На третьем 20% МС и 50% АС. На четвертом 25% МС и 60% АС вы сможете снять с оппонентов в радиусе 600 единиц вокруг этого шарика. КД у нас 50 секунд и монокос 75 маны. Это очень-очень годная тема. Друзья, также если этот шар у нас разобьют, как я говорил уже, определенное количество удара, за него получат награду. Награда у нас в зависимости от уровня прокачки также меняется. 90, 100, 110 и 120 золота у нас будет получать персонаж, который разбил этот шар. Ну и, конечно же, обзор этого шара днем и ночью одинаковый, 400 единиц. В принципе, более ничего... Тут, в принципе, нечего дополнить об этом шарике. Очень-очень недооцененная способность. Некоторые даже ее не качают, а она очень годная. Она позволяет жестко замедлить и, конечно же, снизить скорость атаки по самому Тускару. Ну и, конечно же, в драке помочь союзникам, чтобы их сильно не били и быстро не били и, конечно же, не убегали. В общем, ребят, вот такая способность. Поехали смотреть уже ультимейт. Ультимейт тоже интересен. Итак, друзья, самое интересное, что у нас осталось, это, конечно же, наш ультимейт Valrush Punch. Punch у нас позволяет нанести большое количество урона с одного удара, конечно же, и при этом еще замедлить и немного оглушить. В зависимости от уровня прокачки, тут у нас меняются некоторые моменты, о которых мы сейчас будем разговаривать. Давайте прокачаем данную способность, хоткей у нас R, и вы сразу можете заметить, что у нас тут есть автокаст. Лично я автокастом очень часто пользуюсь, помимо того, что можно по хоткею R направить на оппонента, или на крипа, или на Рошана тоже работает. Прикольно, Рошан так подлетает. И, конечно же, вы можете еще автокастом этой темой пользоваться. Я обычно перед дракой, когда если мне нужно в кого-то закатиться, сразу ставлю автокаст и на автокасте залетаю и начинаю драться. Потом, правда, нужно успеть убрать этот автокаст. Ну и что ж, давайте посмотрим, как это работает. Подходим к Гаргоне, у нее тут есть линка БКБ. Через линку эта способность, конечно же, фигачит, несмотря на то, что это у нас таргет. И смотрите, у нас юнит
немного подлетел, он оглушился на одну секунду, то есть у нас нету просто обычного эффекта, такого оглушения вот это, а у нас просто юнит взмывает воздух, и он обездвижен на это время. Конечно же, одна секунда получается стана, и после того, как он приземлился, на него накладывается такое небольшое замедление, ну как небольшое, 40%, и длится оно, в зависимости от уровня прокачки, определенное количество времени. 2-3-4 секунды на ласт левеле. При этом КД у нас 20-16-12, монокост 50-75 и 100. В чем прикол, спросите вы? Этот панч у нас наносит 3,5 critical damage. То есть получается, если у нас 100 урона здесь, то умноженное на 3,5 это будет у нас урон панча. Это очень-очень жестко. Смотрите, допустим, армлет включил, бах, просто задушил. Посмотрите, ну медуза не сильно это чувствует, но уж поверьте, дэмэджа будет очень-очень много. Ну и вот такая вот у нас тема. Также у нас тут есть еще аганим, чуть-чуть о нем позже поговорим. Друзья, что самое прикольное? Конечно же, это вот этому панчу, ему все равно на БКБ, то есть юнита, есть БКБ или нет, мы пробьем это БКБ, есть у него линка или нет, через линку работает. Сноубол у нас, к слову, как я, ребятки, не сказал, не знаю, упустил таки моментик, сноубол у нас собьет вот так вот линку, и также мы накатимся, так что имейте в виду, это как блинк мартретки, также сбивает у нас спокойно линку, как трек Баунти Хантера, как Хаоса первый спелл сбивает линку, и причем еще и работает полностью. И вот такая тема, друзья, очень-очень годная. Ну и что ж, ходят легенды, что, кстати, вот это замедление после панча нельзя развеять, но это все легенды. Давайте посмотрим еще раз, давайте в разок еще раз вкачаем ульт. Смотрите, Дуза у нас сейчас находится в БКБ, у нее падает БКБ, нажали БКБ. Опа! И на нее, смотрите, через БКБ работает, работает замедление. Но самая приколюха, что это замедление, походу, можно развеять. Сейчас мы это проверим, допустим. Панчнул, опа, нажимаем БКБ и развеивается. То есть, если юнит уже находится в Black King баре, тогда на него наложится это замедление еще дополнительно. Но если он после этого панча нажмет БКБ, то, к сожалению, замедление скинется. Вот такая вот небольшая, друзья, темка. Ну и что ж, братцы, самое время у нас поговорить о аганиме на Тускаре, а он у нас тоже имеется. Давайте подберемся чуть поближе и посмотрим, что у нас делает аганим. Что ж, друзья, подобрали мы аганим, и появляется у нас дополнительная какая-то способность. Сейчас мы ее будем разбирать, друзья. И давайте посмотрим, что мы можем сделать с аганимом. К сожалению, его выкинуть нельзя, эффектов никаких визуальных нету, братцы. Нету никаких визуальных эффектов, и это очень плохо. Ну и появляется у нас дополнительная какая-то способность. Данная способность у нас позволяет на расстоянии 900 единиц, к слову, давайте табличку сразу выведу, на расстоянии 900 единиц напнет, он пинает оппонента на дистанцию 900 единиц и наносит ему урон, равный 200. 200 урона наносится, и, конечно же, также накладывается небольшое оглушение. Длительность оглушения составляет у нас 1 секунду. И, конечно же, накладывается еще замедление на 40% на 5 секунд. Монокост у нас составляет 100 единиц маны и КД 12 секунд. Как это выглядит? Вот так. Бах! Но в линку не работает, сразу запоминаем. Смотрите, опа! Чпау! И замедлен он у нас, посмотрите, юнит. Мы просто отбрасываем, отсейвливаем, так сказать, для наших союзников. Давайте попробуем, работает ли эта тема в БКБ. Я сам, если честно, не знаю, в линку не работает, это понятно. В БКБ пробуем. Да, БКБшных юнитов также отзонивает. То есть, если там какая-то мартретка будет или Найкс, вы можете спокойно подойти и отзонить. Также, ребятки, мало кто помнит, но был у меня видос на канале, где мы с Сикером, с Антохой... Антоха Сикером играл, а я играл Тускаром, мы файнились, и, конечно же, или я, по-моему, играл Сикером, не помню. Мы файнились и, конечно же, брали и с помощью вот этого пиночка на оппонента накидывали вот так вот раптурчик. И, конечно же, файнились, отпинывали и наносили очень большое количество урона. И, кстати, ваншотали там. Рекомендую посмотреть этот видос. Кстати, ссылку на него я оставлю в описании. Кто не помнит, кто не видел, ребятки, обязательно посмотрите. Это жесткий фановый вот такой моментик был. Но, к сожалению, этот видос из-за того, что никто тогда особо не смотрел видосы, он пролетел, и про него все забыли. Ну и вот такая у нас тема касаемо этой способности. Что ж, ребятки, сегодня мы разобрали Тускарчика как героя, как его способности. Я думаю,
принципе, работает, вам понятно. Что у нас делает Аганим, тоже понятно. К сожалению, его выкинуть нельзя. Это бесит, это бесит. Сегодня мы поиграем, конечно же, по-любому в четверке, так как Тускар у нас это вообще четверка. Пойдем еще на центральную и сыграем в жесткие минус арморы. То есть три каточки будет. Каточки на четверке, конечно же, на миду. И надеюсь, вам этот геймплей понравится. Друзья, и что еще хотелось бы, конечно же, сказать. Спасибо всем, кто смотрит эти видосы. Конечно же, не забудьте про тот видос, который по ссылке в описании. Ну и, в принципе, я думаю, все. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали на жесткую практику. Так, ну что, друзья, загружается у нас некстовая каточка. Сейчас мы берем тускарчика. Берем тускарчика и делаем вещи. В общем, смотрите, первая игра на тускаре, я очень хочу сыграть на нем вообще в четверке, но я не знаю, будет ли у нас каточки адекватные ребята, потому что саппортить на 4К ПТС, в принципе, очень тяжело. Ну, саппортить можно, но четверкой. Просто некоторые ребята не будут понимать, что нужно делать, и будет немного тяжело. Так, что у нас есть? У нас есть вот такой вот прекрасный тускарчик. Что у нас по контрпикам, спросите вы? В принципе, контрпиков на тускара особо нету. Ну, какой-нибудь некролайт дефолтный, который всю силу перекрывает. Как бы он может напрягать очень сильно, ребят. Это да. Далее, кто у нас еще может жестко напрягать тускара? Конечно же, ну, что-то типа сайленсера. Но и то, наш персонаж уничтожает этих всех героев просто с появлением мармлета. Давайте закупимся по дефолту. Вот такой вот у нас будет дефолт. Сразу выходи, будем стик. Так. И если не будет мидера... Я мид пойду. Пойду тогда, ребят. Пойдем на центральную. Первую каточку давайте на центре отстоим, а потом уже пойдем другие линии. Надеюсь, все получится, все будет интересно. По контрпику так, Сларк. Но Сларк сам по себе тяжелый персонаж. Гаргону вообще не буду пробивать. У нас два вот этих пика такие себе на самом деле. О, суицид есть. О, закатимся. Закатимся в кого-нибудь. Побайтим сейчас, закатимся. Вот. С минерчиком можно будет. Ой-ой-ой. О, сейчас закатимся. Ты где? Гоу. Хорош. Я пойду. Там Вокер. Вокера выиграем. Нормально. Отлично. Сыгрались. Сыгрались мы с минером. Хорошо сделали. Молодец он. Хорошая ФБшечка. Сразу прокликали. Быстренько туда-туда-туда-туда. И все. Че там? Вообще очень тяжелый пик будет под Тускара. Вот Дуза. Без маны Дуза будет нам вообще не составлять никаких проблем. Но с маной Дуза... Конечно, это будет очень тяжело. Да, еще и Лишрак, тем более с Солрингом. Нет, там парень будет поопытнее немного на инвокере. Он там нагинг стайл у него через ВБшку. Через Верейсбенд. Опа, вот это фражочек. Оп, задушит, пацаны. Хорошо. О, стичок сразу. И погнали. Молодцы, ребят. А второй левел у меня. О, статин, вокер, лох, хп. Можно поддушить. Сейчас откатится сноубол. Оп, выйдет вот сюда, если будет хорошо. Я не пойду дальше. Лишрак вообще на самом деле не в тему подошел. Я бы справился, мне нужно было просто выждать, пока он спустится чуть-чуть. Было бы огонек. Вот сейчас бы подзакрыть и подзадушить. Ну ладно уже. После драки кулаками не машет, как говорится. Оп, хорошо. Да что ж такое, кашель душит. Только что горяченького выпил. Горяченького выпил и прям начинается душиловка. Так, что мы тут должны будем сделать по игре? Ребят, если мы стоим на центральной, тускар на центральной, это тоже, в принципе, нормально. Но чаще его, конечно же, берут в четверку, конечно же, в нормальных играх. Собирают глимеры. Всякие подсейвы, чтобы все было очень-очень хорошо. Но мы конкретно в этой игре пойдем через двоечку. Как можно раньше нужно выфармлить. Опа, можно побить, кстати. Можно выфармить армлет. Как можно раньше, и будет все ок. Сейчас следующим шардом убьем его. Следующим шардом. Я так думаю. Да? Или нет? Еще раз поддамажим. Поддамажим, мангусы есть.
Гоу на рунку. На рунку сходим. Сейчас крипы оттолкнутся. Он на тангусах сидит. Не хотел я по тавру без сапога, тем более рисковать. Мне кажется, урона не хватило бы. О, это очень хорошо. Это очень хорошо. Гоу, у меня сапог есть? Это наш клиент. Сапогом сейчас мы его примем. Я хотел подстилить еще немножко. Так, ну мне мана нужна будет. Давайте два вот так сделаем. Там лишь рак себе тащит. Мы немного перериюзаем. Раскачиваем на миду первый-второй. Будет очень хорошо, если будем первый-второй раскачивать. Нужно ману просто пополнить сейчас. Инвокер, пока в таверне. Чтоб мангуца не жать. Мангуца вообще это такая вещь, которая именно в нужный момент надо нажал. Опа, и мана появилась. Только именно в нужный. А не так просто, что по КД плацаешь, тратишь очень жесткие ресурсы для того, чтобы ничего не поиметь. Поэтому манга нужно придерживать. Хорошо. Отлично, в принципе, фармится. У нас тут не добиваю никого. Пойдет. Не добьешь. Инвокер с форджетом. Давно такого не видел, кстати. Ману пока восполняем. Думаю, ботл брать или нет, на самом деле, интересно очень. Ботл брать или нет. Пока так стоим, фармим по чуть. Пока фармим. Сильно я линию толкаю к нему, к инвоку. Орбов пином хорошая вещь на данного персонажа. Очень хорошо можно подзадрачивать оппонента. Просто вот сейчас, ну, я возьму фазы и постараюсь с ультимейтом его забрать сейчас. Да даже раньше надо желательно. Просто видите, крипы постоянно стоят в его хг. Почему-то я так довожу. Это очень плохо. Это очень плохо. Оп, хорошо. А чё, гоу, 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 гоу. Гоу задушим. А, инвизибилити. Все, базар ужок. Базар ужок. Парень в инвиз зашел. Неуязвимость. Верт у нас в роли четверки, видите, он подроумливает. Ну, мне тогда надо просто стоять и фармить свои артефакты. И выфармить себе армлет как можно скорее. Выфармить армлет. О, чел залагал. Выфармить армлет. Инвокера надо будет сейчас убить. Ну и надо дасты, наверное, принести. Эти дасты возьмем. Когда там вард пропадет, еще 2 минуты, да? Хорошо. Так, есть армлет. Ой, армлет ультимейт. Хорош какой, смотрите, какой задрот на инвокере. КВ умеет жать. Нормально. Нормально. Дасты уже пришли. Иди сюда, сладенький. Хорошо. Хорошо. Плохо, что я очень много потерял, конечно, сейчас. Очень много. ХП. И нужно будет сейчас, наверное... Ну, я не знаю, очень хочется сделать армлет все же. Go bottle возьмем. Манго держим. Манго, возможно, даже если не понадобится, продадим. Манго еще и пассивный реген дает просто. Манго хорошая вещь. О, руна хорошая. И можно будет на низ сходить, ванпанчнуть кого-нибудь. Можно будет. Подзадушить. Оп, вот так вот делаем. Жесть. Вот так сделаем. А, не взял я. Хорошо. Ну я тут забирать буду, потому что... Соло фражочек. Сейчас еще вот так вот подушим немного. Ого-го. Хорошо. Оп, погнали. Мангус сейчас будем зажимать. Уф. Хорошо. Хорошо.
Ой-ой-ой-ой-ой. Но рискуем. Не рискуем, да, походу? Вот так вот сделаем. Прочитано. Прочитано. Го пол армлета купим. Оу, шишеры. Ох, те шишеры. Чалька. Просто видел, тут деревце упало. Примерно. Сообразил, что, возможно, оно выйдет там. Ладно. Ну, пойдет. Неплохо. Ну, слишком жестко задавил, но хотел ультру сделать. Хотел ультру посмертную сделать. Ладно, не суть. Так, что нам нужно сделать? ТП-шечку. Желательно вардик бы. Вардик бы нам. Вардик бы нам. Ладно. Пойдет. Неплохо. Неплохо все равно. Сильно быканул. Там тараканы еще напали на меня. Давайте армор возьмем. Хорошо. Сноубол. Сейчас пойдем адвока душить. Чпау. Жесть. Я намажу тебя. А, у тебя там тоже. Все, я тебя понял. Вы нанес туда. Хорошо, подушим. Оставь, оставь, оставь. Намажу. Ну зачем? Поед за руну. Вот вообще не понял сейчас прикола. Я бы его намазал просто. Вот что он сейчас в инвизе будет делать? Просто суицид делать. Что там? Нету там рун. У нас верт еще роулер. Ладно. Простительно. Но бестолково он забрал на самом деле. Ну вот просто. Лол. Ой, минер. Ладно. Ладно. Так, ну в принципе пока ровненько идет, ребят. Что нам нужно сделать? Сейчас выфармим армлет. 9-я минута, армлета нету еще. Ну это плохо на самом деле. Давайте вот так вот делаем. Армлет есть у нас почти. Еще бы вардик поставить бы. Эх, как было бы хорошо. Все, вот так имеем. Вот так имеем. Что у нас там? Есть. Хорошо. Кто идет? Сларк. Я просто ванпанчну его. Сларка этого. Такаст уже зарядил. Сразу, чтобы чипалахнуть. Просто лопнул. Я раскачиваю первый, второй в максимальный прокат через мид. Чтобы можно было задушить жестче. Жестче. На топе там веселуха. Сейчас на руну пойдем. Далее возьмем дагер, скорее всего. Дагер. Инвокера надо искать еще. У нас сейчас пик формы идет. Поэтому нужно этим пользоваться. Там некры всякие, это все фигня. Сразу на автокаст ставим, побежали. Гоу даже под тавр вот тут зайдем. Гоу пару вардов возьмем. Ага, вард один, все, да? Погнали. Гоу-гоу-гоу, к некру закатимся сейчас. Я его просто уничтожу с панча. Оп, хорошо. Кто там? Шишир. Оп, закрыли. Пойдет. Шуганули. Гоу. Души вот эту вот. Медузу Горгоновичу. Дальше не пойду я. Вардик есть, отлично. 6 мы тут заагрессировали. Так, панч во второй левел берем. Потому что панч во второй левел это очень хорошо. Очень много урона можно нанести. А что там продолжается? Некролайт, драки какие-то. Очень страшно, вырубай. Некр. Автокаст офаем. Мне удобнее на автокаст лично играть. Не знаю, как вам. Автокаст поставил перед сноуболом и не паришься. Не надо никакие дополнительные кнопки нажимать. Все good. Рунку надо. Сегодня мы будем играть, кстати, еще на туске. Вот это дефолтная катка на туске.
Потом нужно будет сыграть еще в полнейший минус армор. То есть тоже должна быть такая игра у нас. Инвокер ушел, кстати, он лиса гоняет. А, хорош, вижу. Вижу. На миду три героя. Хорошо. Инвокер, смотри, что делает. Гоу туда под задушу. Что, бочек, ну, стоп, он оставил минер. Минер понаставил. Минер агрессивный. Гоу вот здесь поищем. Инвока. Или он уже отсюда ушел? Ушел, да? Не ушел. Не ушел. Гоу вот сюда. Давайте возьмем дагер. Дагер вот так даст, перекинем. Будем делать вещи. Че некстом соберем? Я думаю, некстом еще что-то в урон. И будем тупо на урон вот так вот идти. Тупо урон, 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 урон. Линку, линка, какой-нибудь МКБ и рапиру, может быть, не знаю. Чисто ванпанчить. Почему нет? Герой такой. О, Сларк внизу. Гу. Помогу. Блин, некро бы убить. Некро бы убить. Пойдет, Сларка забрали тогда. Дагерочек есть, с дагером сейчас будем делать вещи. Так, инвокер вот сюда влез, скорее всего, сейчас пойдет гоу искать туда. Сюда. Оп. Нету. О. О, дуза. Не, короче. Ну, не так. Не так я все это планировал. На самом-то деле. Тускар вообще очень агрессивный герой. Сам по себе очень, очень, он очень сильный. Вот у него пик силы, вот где-то вот 15-я минута, прям ты настолько борзый, что прям жесть. Ты можешь так хорошо душить. За душем. Инвока. Не, не будем душить инвока. Вижен бы какой-нибудь. Так, пойдет он обратно? Да, идет обратно. Гоу так прочекаем. Шардом. Я умер. Хорошо. Хорошо. Я еще живой. О, нет, не живой. Найс, меня еще крипы подпалили. Знаете, как это называется? Это называется, когда тебе суждено сдохнуть, ты сдохнешь. Типа перед смертью все равно ты не надышишься. Прыгнул! Ладно, прыгнул, застрял, окей. Крипы идут. Привет, мы тут! Мы тебя спалим, и ты сдохнешь, хорошо! Классика тупо. Найс, минер думал. Я вообще думал, он стан... Я думал, он стан будет давать, он стан не качает. На лишраке. Ой, боже. Ладно. Ладно. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Not bad, not bad, пацаны. Как говорится. Как говорится, not bad. Да, на самом деле улыбают такие ситуации, что они имеют место быть вообще, в принципе. Вообще классно, блин, собирать лотар на него. Не знаю, зачем я взял дагер, типа ты с бэкстеба столько выносишь, что, блин, просто не верится, сколько там дэмэджа. Лотар сэдж намного круче на него заходит. Дагер я взял чисто, это дефолт. Дефолт. В нормальных играх дагер всегда берут. Лотар типа контрится изи. По лотар это изи. Есть кто-нибудь? О. Нет. Нету никого. Бежим. Я не убиваю его, в принципе, он вернет хп свои. Ща руну забрать хочется пойти. Было бы хорошо.
Нормально, он бычит нормально так на меня. Скотина. Жесткий парень. Жесткий парень на вивере. Скотинка. Вот Дезоль сделаем. Блин, вообще отдельная катка должна была быть с Дезолем. Сделаем еще отдельную катку. Тупо фул минус армор через Silver Edge. Тут сыграем через Dagger, обычную катку. Потом сыграем через Silver и Дезоль. Но тут соберем Дезоль в любом случае сейчас. Дезоль. Так, вивера я не убиваю. Это плохо, ребят. Они все, засели под товарами. Сейчас нету фрагов, нифига, не можем ничего сделать. Это плохо, потому что у них лейт. У них жесткий лейт. Грустно. Что там, вивер где? О, хп нет у вивера. Можно задушить его. Куда побежал? Опа. Хорошо. Успел. Пойдет. Забрали вивера. Так, что нам нужно? Давайте низ попушим. Почти есть Дезоль. Дезоли, наверное, тут БКБ придется делать, ребят, потому что там инвокер еще. Этот герой хорош в ранней стадии, но под лейт он немного просаживается, потому что у него нету массовости. То есть вы можете собраться там БФ, молнии, но у вас не будет такого результата, который... Какой выдается у нас на ранней стадии на этом герое. Инвокера очень мало хп. Ну, я прогулял. Надо было просто с даггера прыгнуть и все. У него очень мало хп. Мне кажется, он в инвиз просто сразу зайдет и все. А мне, короче, подошел, но я умер под рипера. Ну, некро я не видел, ладно. Моя ошибка. Ладно. Долго ждал. Это называется, когда ты вот и хочешь напасть. А когда нападаешь, уже поздно. Надо было сразу нападать. Ну, некор подошел. Я некора не видел. Нету у меня МХ, извините. Нету МХ. МХ нету у меня, чтобы так играть. Го по товерам. Или лузанем. Я один не могу кушать. О, еще 50 секунд, жесть. Ребят, перематывайте. Вивер 1300 хп. Мне кажется, они даже выиграть могут. Как-то у нас, мне как-то не верится, что мы сейчас как-то соберемся. Нужно собраться и душить. Локер Вард сюда ткнул. А, нет. Не хочет. О, вот, ткнул. Сларк. Почти Лотар Сейдж. Наверное. Так, 15 секунд до реса. На этот раз, блин, Некролайт жестко контрит. Прям, да блин, че там контрить? Нажимаешь одну кнопку, убиваешь. Все, типа, ну. Даже просто качаешь одну кнопку, второй спел и все. Ладно. Ошибки есть ошибки. Гоу. Хорошо, Дезоль есть. Погнали. 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 Теперь желательно дать одну тычку, пробафать и потом панчить. Желательно так делать. Некро? Блин, у некро вообще нету хп. Ну это типа смех. Но они вместе все стоят, как крипы. Вот тупо они все вместе. Не хочу по тараканам прыгать. Хорошо. Идет. Вивер, главное, еще тут где-то. На вивера быть наперец. Отлично. Хорош. Хорошая драка. Для нас это плюсик. Чью, слышали звук? Да что ты от меня хочешь? Крыса на вивере. Крыса. Мне его
Мне ему нужно нанести один удар, снести ему армор. Тогда все будет ок. Руна, руна. Дэшка нормально. От некро надо что-то сделать. Вардик снять. Хорошо. Ага, руна поменялась, найс. Ланайка так с леса, кстати, и не вышла. Так и не вышла. Сларку одну тычку дать и паншнуть. Плохо, что дезолятор так работает. Сначала бафает, а потом уже с минус армором. Игра вся идет. К сожалению, надо тычку дать, а потом панчить. К сожалению, ребят. Го БКБ. БКБ Кирасы. Делаем такой билд. В этой катке нужно просто выиграть. Паниться в других будем. В этой катке просто нужно выиграть. И пусть все. Если тут сейчас инвокер пойдет, будет очень хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Ну, отлично. Инвокера просто с панча убил. По сути. На, Гадузович, ты где? Гаргона. Жесть. Опа, есть. Хорошо, готешку. Арморчик снимем тавору. Найс, пошло дело. Отходим. Отходим. Пойдет. И этот тавр заберем, если будет очень хорошо. Давайте сигиль вот сюда повесим. Опа, пойти надо. Все, сигилем подконтрим. Чтобы ребята замедленные были. На базу надо идти. МП нет. Хорошо. Ребята там разобрались нормально. Ну, я сейчас приду, если мана будет, я задушу. Если ребята потерпят. Сигилем подконтриваем. В драке. Иногда можно через Ctrl сигиль выделить просто и все. Ctrl там 2, допустим, и GG. Так, тычку даем и бэкстебаем. Хорош. Когда инвокер реснется? 4 секунды. Реснулся. Сюда. О, ССшечка. Залетела. О, хаста, как раз на базу сбегать. Или дофармить БКБшку. И пойти с БКБшкой. Тут БКБшка ВС Некро хорошо зайдет. Да, БКБ копейки. Ботлик оставим, наверное. В любом случае. Оп, закатились. Выпушить. Все, на базу. Пул Б. Есть БКБха. Иду, парни. Мид добьем. И го по низу. И Кирас остается нам ласт артефактом в этом билде. Это первый такой билд. Давайте просто разберемся. Это будет просто такой первый билд. Это типа Кираса, да, и Дезоли это в минус армор. Но. Есть одно но. Эта катка у нас сейчас идет типа как дефолтная. И будет отдельная катка. То есть я, скорее всего, в этом же гайде добавлю катку... Катка full минус армор. То есть такая именно катка будет. То есть full минус армор. То есть это что значит? Это значит... Соберем медальку, значит соберем Дезоли, конечно же соберем Кирасу. И будем через такой билд играть. А в этой катке конкретно сейчас просто БКБшечка, дагер, вот так вот. В той катке мы пойдем через лотар, а в этой катке мы пошли через вот такой вот дагерочек. Такой у нас билд получается. Next каточка у нас будет через сильверуху и через минус армор. И мы возьмем сразу же, скорее всего, медальку вместо армлета. Вместо армлета медальку. Как-то сейчас продумаем, что можно будет сделать. О, инвокер Ю. Это хорошо. Его поддушивать. Блин, опасно тем, что если не наносить одну тычку дополнительно, типа вот такое.
У инвокера Ю. О, надо душить. Чпань. Оп, засейвили. Засейвили. Жесть. Такой дэмэдж. Просто ты снимаешь сначала армор, а потом душишь. Немного подсейвили лешего, кстати. Пойдет. Нормально. Пойдет. Тэшку ломаю. Уф. Жесть. Такой дамаги. Дамаги я давно не видел. Такой дамаги. Хорошо, кто там живой? Ага, Дуска только, да? Пойдет. Пойдет. Для первой катки, в принципе, на разогрев пойдет, но на самом деле это не первая, у меня уже третья эта игра. Но. Они неинтересные были. Вот эта катка более-менее прям такая, ну, подвижненькая. Оппоненты сопротивляются. Ля, а что это у меня с картой? Что она черная такая? Мне так кажется. Смотрите, она как будто подсвечена. Видите, эффекты подсвечены. О, и пропали. Опача! Хиназис СМХ спалился. Чё за хрень сейчас была? Я что-то не вкурил. Неужели это из-за верта эффект такой? Какой-то. Не знаю, ребят. Что-то странное какое-то дерьмо. Почему так ветки были подсвечены? Ладно, ладно, непонятно. Походу, Хиназис СМХ спалился. Так, ладно, закупаем. Полки расы. Чё, кого-нибудь панчнуть хочется? Панчи, вайны, скетчи. Панчи, скетчи, вайны, вот это все. О, вот этого пацана я могу, кстати, жестко просто даже не бафать. Оп, хорошо. Вот так вот выкатимся. А, не выкатываемся, но типа застряли в крипах. Понял? Понял? Holy shit. Кстати, плохо, что только трипл в этой катке сделал. И все. И все. Дай панчну. Чпахал. Бедный вивер. Если бы я не пробафал минус армор ему сначала, я бы его не убил, наверное. Йоу, куру. Магазик уже. Магазик. Так, ну что, самое время саморекламочки небольшой, как говорится. Подписывайтесь на канал Хиназис в Ютубе. Конечно, ну а что поделать. Странненько, так сказать. Хорошо, раз, два, три, четыре. 5. Есть у нас кираса, ребят. Взяли мы. Давайте сразу хилочки закушаем. Хилочки. О, Magic Bottle. Да. Держи, бро. Все, спасибо. Спасибо. Отлично. Ну, такой у нас конечный билд немного получился. Вот такой конечный билд получился. Сейчас надо будет кого-нибудь панчнуть. Но надо пробафать сначала, надо бафать. О, баф. Панч, просто ваншот. Убежал, скотинка. Скотинка, убежал. Прям жестко получается, если вы сначала бафаете. Вот так вот. Я, мне кажется, тут могу умереть. Надо паукана сбить и отойти. Оп, хорошо. Сейчас на панч мана наберется. Да не хочу под инвокера прыгать. Нету маны, нету, нету. Просто вот так вот две маны. На. Хорош. Хорош. Манки нету просто. Ну, мы подрались ни за что, по сути. Надо на базу чесать. Го на базу, что делать? Ну, БКБ-ха нормально заходит, кстати. Я не боюсь. Я просто в наглую прыгаю и не боюсь, дерусь. И все.
Можно еще заменить армлет на что-нибудь сейчас прям. Ну как сейчас? Что у нас получается? 1600, 2500. За 2500 я ничего не куплю. За 2500 я, к сожалению, ничего не куплю. О, регенерация по кайфу. По кайфу ланайки подфартила. Не сбиваем регенерацию, называется. Обузим. Обузим. Ну, я могу тревел купить. Нет, не могу. Даже тревел не могу купить. Топ-го. Так вот сделаем. Ну, передушили, получается. Так, давайте вот так вот. Раз, два, три. Смока. Смокеичей нету. У. Смокеичи есть. И побежали. Можно сюда добавить Абиссал. Прям если потная, оверпотная игра будет, то Абиссал сюда запихнуть. Абиссал, и в принципе герой готов. Армора много, станы, дэмэдж, все есть, мобильность тоже есть. Очень хорошо дополнен будет этот персонаж. Коу, по душам. Я много хп, правда, потерял. О, Верта бабочка. Верт потанчил бы чуть-чуть, у него промах хотя бы есть. Жесть. Хотя бы промах есть. Оп, бери. Бери. Опа, топа. Го, топ. Молодцы. Так, линка там есть. И линку собьем вторым. Не проблема это все. Как хорошо, что через линку работает у нас второй спелл. Вообще пофиг. Пробафать бы желательно перед панчами. Скетчи, вайны. Панчи, скетчи, вайны, вот эти все дела. Жесть. Пробафался, а потом начинаешь атаку. Это жестко. Вот, смотрите, анимация сломалась у меня. Тык-тык-тык, быстренько дергается. ГЛТшка. Вивер. Не надо. Раненс на ланайке. Неплохо. Да что ты от меня хочешь? Смотрите, он прям меня целенаправленно пытается захейтить. Ой-ой-ой, зря ты это. Ну, пойдет. Пойдет. Гоужать БКБ. Жму БКБ, большие тускариды идут. Не надо. Не надо. Не надо, пацаны. Задушили. Я думал, убью инвокера. Не повезло, не фартануло. Нормально в целом, ребят, получилась у нас катка. Вот такая заканчиваем, как обычно, посмертно. Инвокер сюда вниз, наверное, побежал. Посмертно заканчиваем. В принципе, нормально. По первому билду мы разобрались. Можно еще, я говорю, опять-таки, можно добрать еще Башера Бисолович. Первый слот вместо армлета. И далее что делать? Далее, конечно же, купить тревел и еще муншарп. И закончить так вот игру. В принципе, можно сделать так. Все зависит от того, какая у вас игра. Ну, я конкретно в этой игре посчитал нужным собрать там дезоль, допустим, и поиграть так. Next катка у нас будет уже вместо даггера. Конечно же, соберем Silver Age. Дезоль также будет. Но дезоль будет не столь профитен. Как, ну постараемся как-то, я не знаю, тут смотрите, тоже такая тема. На ранней стадии будем покупать медальку, во время наката накидывать медальку, желательно еще ударить, чтобы дезоль пробафался, и тогда щакнуть вот так вот. То есть можно вот так вот как-то сделать. Сейчас посмотрим, как это будет в реализации. В минус армор, у меня просили катку в минус армор, я помню на каком-то гайде, когда гайд на Тускара будет, спрашивали и говорит, катку в минус армор сыграй, чтобы просто панчить. Да и так, в принципе, панчится нормально. Как бы тут в минус армор-то особо не это. Не выходишь. Минера фокастал, да, что ли? Да, что-то он ушел. Go travel купим. Вот так вот сделаем. Let's go. Let's go на вставочку. Армлет зачем-то я выключил. Бежал. Оп, Сларк Креветкович. GG. Go next, тобой. Так, ну что, друзья,
Начинается у нас некстовая каточка. Хочется сыграть минус армор. Я обещался сыграть минус армор. И что мы сейчас будем делать? По-любому у нас будет медалька. Медалька будет тоже в первых рядах. Сейчас попробуем все сделать по-четенькому. Хочется пойти на роум тоже, чтобы именно в роуме раскрыть нашего персонажа на четвертой роли. Ну или на третьей хотя бы. Но Тускар это не тройка. Чаще всего его пикают в четвертую роль. В первой катке, если мы пошли, у нас все было гуд. Мы через центральную, по-моему, я уже не помню. В первой катке что было на самом деле. По-моему, через центральную мы пошли. То в этой катке мы пойдем немного по-другому. Мы возьмем вот так вот, смотрите, опа-опа, и готово, и готово. Еще мурлоков опять взяли. Ох ты, крысиные мурлоки. Печалька. Ну и что, конечно же, медальку будем брать. Медальку, с медалькой будем душить. Два хп-регена имеем. Оп, выкинули, 197 хп. 0,3 хп в секунду дают нам этот, веточка. Это хорошо. Дизраптор, инча, ой, как хорошо, инча просто радость для Тускара, ваншот просто, пью, и все, и нет инчи, диз тоже будет кормом для нас, будет кормом для нас тоже дизраптор, ну я пойду, наверное, в ХЛ ближе, потому что со спектрой не хочу у него фарм забирать, он взял дезолейт еще, Сларк с арбой, по-любому Сларк через третий, давайте посмотрим, бей, кул, по душу. Че, не хочешь бить его? Давай, бей, подставься. Да, он с орбой, все хорошо. Задушим. А тут я, смотри, дорогой. Он никак не уйдет. Ну никак. Никак он не уйдет. У него третий спел вкачанный, орба, все. У меня тоже орба, у меня стеночка. Изи, изи. Иди, мид. Ты что? Я мид, что ли? Пуш-пуш идет мид, я топ пойду. Бери монету. Все, с ребятами договорились, не извим, не агрессируем. Стараемся с ребятами нормально общаться. Пусть забирает монету. Хорошо. Кто у них на миду будет? Но, скорее всего, я так подозреваю, будет либо Сларк, либо Инча. Ну, я думаю, вот этот парень пойдет лес. По-любе. Погнали за сапогом сразу. Сразу второй, третий левел апаем. О, Трал на миду. Это ж хорошо. Это ж хорошо, задушим. Второй, третий левел проапаем и пойдем гангать. Смотрим, кто у нас тут на линии будет. Клокверка взяли. Клокер будет хорошо нас подконтривать. Но ваншотить мы сможем. Ваншотить сможем. Акс внизу, да? Крипов кушает. Крипов кушает. Там внизу весело. Сларки. Что там такое? Сларк, инча. Акс. Я сейчас третий прапаю, второй и приду туда. Надо подушить их будет. Там изи. Они умрут. Нефиг там делать им. Хорошо. Оп, отлично. Третий ЛВЛ и мид приду. Третий левел апнем, ребят. Закатимся, наверное, с пуджом. Не будем придумывать никаких новых комбинаций. Просто возьму пуджа. А, ну у него нулик. Зря, вот если он будет без хп, так он же, блин, умрет там, бедный. Я пока третий апну. Раки на горе свистеть будут. Тяжело, конечно, им добивать на первой стадии такой. Тут третий даблкиллы там какие делают. Тавр страдает. Внизу трипла стоит прям. Это жестко. Еще сейчас разберемся. Оп, хорошо. Сейчас третий левел и let's go. Через руну как раз. Давай, бро. Один крип. Хорошо, я ушел. Гумит. О, третий левел. Стики. Блин, ну он под тавером. Под тавером не варик. Гоу, закупимся. Сразу. Мало ли, умрем. Жди.
Пусть выйдет. Пусть выйдет. Чем больше у нас будет времени на атаку, тем лучше. Go. Ну, он знает что-то. Как будто знает. Все, я выйду на линию, типа я такой, я пришел, я вместо Пуджа. Пуджак. Смотри, гоу, 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 гоу. Гоу, задушим прям под тэшкой. Хорош, все. Отлично. Отлично. Го на низ. Клоки. Инчасом тачим, да? Подушить ее. Оп, раздавили. Хорошо. Чей крепочка подфармим? Пацаны, а, там никого нет. О, Ахевич пришел. Клок. Ну так не пойдет, закрывать так не получится. Шрапнели нету, да? Но шрапнели есть, не дают. Ладно, пойдет. Прогулялись. Го на базу. Го на базу, ребят. И с базы придем. Будем душить. На топ надо идти. На топ надо идти. Много экспириенса. Теряем. Огур, что-то за мной прям ходит так. По-дружески. Есть фейзы. Быстренько выколотили. Нормально, пятый левел сейчас. Фейзочки. Дальше медалечку. Вообще лучше армлет сделать. И после армлета медальку делать. И фул минус армор уходить. А лучше всего где-то солянова постоять, чтобы дали левел. О, вот так вот сделаем. Затар вот такой вот. Кто там умер? Лучше суицид. Оп. Тангусики дает огур. Спасибо, дружище. Но было бы хорошо, если бы я тут соло стоял. Нужно экспу прапать. Так, берем. Фейзы. Манку накидываем сразу на лицо. Мангу составляем. Шестой левел бы. Трал с какими хп. Го, успеем, интересно, пробежаться? Там, мне кажется, нет. Ах, фейзы, фейзы делают вещи. Надо пытаться догнать. Пытаться догнать. Пуш пойдет под тэшку. Не вижу. Эх, не вижу. Ладно, go за tower. Я думаю, он убегать будет. За tower. Так плохо, что вардов нету. Надо два варда поставить дефолт, ребят. То есть. Go на низ. Огур за мной просто ходит, я смотрю. Два дефолтных варда надо. Рега. Сейчас бы шестой левел был бы круто. Нормально, тут сейчас задушим. Задушим. Ахевич. Изи. Изи Ахевич. Отлично. Го, пару вардов. Пару вардов. Так, ну, тэшка, походу, минусом, да? Надо поддефиться чуть-чуть, хотя бы экспу подапнуть. Подефимся. Снайпер, конечно, такой себе дефер. Такой себе дефер. Огр за мной просто ходит. Блин, дайте шестой уровень, ребят. Но не могу соло. Соло апнуть шестой левел. Надо апнуть левел просто. Я смогу уже убивать кого-то. Сам хотя бы. Раскайтами. Не-не-не-не, не надо. Вот так можно, почему нет? Ждем. Все. Катываемся. Это плохо, на самом деле, данная ситуация.
готов. Пойдет. Могло быть и хуже. Гоу на руны, варды поста. Снайпера там забрали, правда. Пуджа насилуют там вообще в ноль. Рал Пуджа вообще в ноль уничтожает. Пуш, что там? 0-3-1, господи. Я один раз приходил, Пуджу помогал, типа. Дальше Пуш, типа, что мы уже конченые. Не помогаем на низу, сколько суеты. Мы сейчас сделаем вид, что мы лагаем. Давай, отлагивай. Вообще не варик. Лагать сейчас. Трал ушел. Да? Трал ушел, походу. Трал, походу, ушел, да? Сларк нанизу. Клок. Три внизу, да? Ну, надо, надо. Вот сюда как-то. Я думаю, трал тут. Думаю, трал тут где-то. Ну да, вот он. Нет, но я смогу даблкил тут сделать, в принципе, я так думаю. Или не смогу вообще ничего сделать. Но Акс вообще не в тему. Ладно, что поделать. Не смог я. Я не смог просто. Просто не смог. Ну, у меня не до фарм идет. Не до фарм. Если бы мне чуть-чуть дали соло постоять, я бы овнил бы. Я бы и убил сейчас и трала. Диджишка. Тяжело. Ничего страшного. Тем самым интереснее игра будет. Акс там, да? Го Акса. Вот сюда. Убьем сразу с прокаста. Не мелочиться. Надеюсь, он подольше там будет. Что у него? Герой там не будет крутиться. Куда идет? На топ идет. Значит, вот тут сейчас промансим. Хорошо. Чтобы не было, когда он тут проходит, чтобы в лоу-граунде меня увидел. Экспу не дает. Возможно, он не тут. Дает экспу, значит, он тут. Давай, давай. О, хорошо. Давайте урну сделаем. МХ, Тускар. Да. Все МХ, раки. МХ. Парень на Тускаре с этим, с вардом бегает. Это тебе не поможет, возможно. Ребят наш овнят прям жестко. Ну да, снайпер в команде, в принципе. О чем речь? Снайпер это всегда к фиду. Наконец-то мне дали чуть-чуть пофармить соло-линию. Все хорошо. Там трал заряженный. Там иду постоял, парень покайфовал. Что, на мид надо ты поделать? Гоу. Гоу-гоу-гоу. Ну, я буду, наверное, инчу врываться убивать. Не, лучше трала. Лучше трала. Божечки. Не говорит, что никого не убьем. Убьем, убьем. Я рассчитывал трала забрать и инче накинуть урну. Трал слишком жирный. Плюс антач. Untouchable себя пробафал. Не смог так быстро внести. Мы бы убили бы его. Убили бы. И ничего тоже бы забрали. Но трал в приоритете, он на перефарме лютом. Поэтому я считаю, нужно трала подфармливать. Что там? Пол армлета, да, есть. Армлета, это хорошо. Подфармливаем. Отфармливаем. Эх ты, крыса. Ну нету у меня маны. Вот хорошо. А чё с Ларка раньше не прыгнул? Жесть. Гоу, гоу, гоу. Пуч. Кушай. Кто там? Туск.
Лорд стоит, понял. Понял. Ну надо хилиться. Не сбей только мне урон. Нет, не прыгай. Ой, лол. Ладно. Пешка можно? Ну, я выкачусь отсюда, но дальше. Пешка нужна будет. Акс Даггер уже имеет. Хорош. И бежать. Я, скорее всего, умру. Он знал, что я тут стою. У меня 14 маны, я не умираю тут. Шестой левел, а чё не хукшотишь? Чё не хукшотишь? Не-не-не-не-не-не, пожалуйста, только не меня. Женщин, детей, бобров, кого угодно, но не меня. Хорошо. Попотрал пуканов. Нифига там, пацаны. На агрессии чисто. В десятером за стримером пришли. Не удалось. МХ помог, пацаны. Так, у меня армлет есть. Это радует. Дальше медаль. Ой-ой-ой, сейчас у меня этот будет. Пуч, властелин колец и сапогов. Странно, что он что-то пуч такой у нас. Ничего не делает и пишет постоянно, что конченый. Мы ему чуть-чуть в меду помогли, но этого не хватило. Ладничка, ничего страшного. Все ошибаются, пуч тоже пытается, может, что-то как-то делать. Нормально не выходит, может, просто... Боже, какой же Silence не в тему. Армлет я включен. Раскайтили. Идет. Смотри, какой на клоке парень. Хитрый. Оп. Хорошо. На базу гол. Медалька есть. Сларки. Гоу Сларк. Раздавил. Нормально. Пойдет, по чуть переворачивать начинаю, ребят. Хорошо. Ну, ТП-шку. Вместо вот этой штуки. Вот так вот делаем. Манку накидываем. Вот это накидываем. Гоу, два варда. Погнали. На топе инча. Инчу ваншот просто. Просто ваншот. Накатываемся, накидываем медальку и уничтожаем. Акса также можем. Но лучше инчу сначала. О, там трал еще. С тралом будет проблемнее. Тралом будет проблемнее. Он просто ульту под себя трал ставит и все. Хоть уписись. Вард стоит на руне. Да, походу. Вард на руне. Клок. Я все равно на топ, да? Я на топ пойду. Ох, Сларку поймали. Убьют. Я постараюсь забрать его. Хорошо. Акс на ТП уходит. Ваншот. Трал постоянно ставит ульту так меня. Интересно, не устал он? Так, ребят, отрабатываем четвертую позицию. Вроде как получается, да? Хорошие артефакты у нас сейчас. Они очень сильные сейчас на данной стадии игры. Опа, Сларк креветка. Если я пробафаю... Пуш, пили туда, пили. Я сейчас еще добавлю. Оп, готов. Готов.
У нас тут два варда. Ведется видеонаблюдение на руне. Акса, go, душить. О, там еще и трал пуканов. Next артефакт у нас на минус армор будет. Скорее всего, что-то типа дезолятора. Фига там мискли. Иди сюда. Но нет у меня ничего, к сожалению. Опа. Эх, жалко. Это что за вард? Что за вард такой вот это вот? Это же извращенство какие-то. Так, ну мана кончилась у меня. Мана кончилась. Мана у меня кончилась. Лотар хочется сделать. Но лотар, он как бы противоречит вот этому билду через медальку. Потому что ты будешь стараться бить уже тогда с бэкстеба лотара. А там под дезолем как бы не суммируется. Надо дезолем, чтобы ударить, надо тычку дать. Сначала. Это иллюзия. Лок внизу, да, и прав внизу. Гоу, гоу, гоу. Так, хорош пуш, уже не плачется, что все так плохо. Ну вот эту дурочку убью. Шотну просто. У них варды в лесу, походу. Гоу, минус армор бафаем. One Punch Man! One Punch Man. Даггерок хочется сделать, да? Но я обещался, ребят, сыграть не через даггера, а через лотарчик. Поэтому лотар будем делать. С маной проблемы у меня жесткие. Акса там убьют, интересно. Урну только накинуть. Шел, блин, ком, прикиньте. Блин, ком ушел. Был на рунку. Инвиз. Го, попробуем. Делаем манс, типа я в лес свой ухожу, а на самом деле возвращаемся обратно. Клок. Так, 200 маны у меня, да? 75-115. Я смогу тут умереть просто. Жестко. Если ассасинейта зарядит ему... Хорош. Забайчено. Мужчина. Мужчина. Не закрыл. Жалко. МХ. МХ. Вот этот вард все-таки дает импакт какой-то. Ладно, гоу. Че берем теперь? Хочется дезоль вообще, да, ребят? Но давайте лотар сейдж сделаем, потому что нужно как-то двигаться. Нужно как-то двигаться. Лотар сейдж берем и побежали. Лотар сейдж есть. Ману накидываем на лицо. Побежали. Смешные раки. Как раки могут быть смешны, если их сварили, они лежат, тебя не трогают. Их просто нужно почистить и покушать. Кстати, вон инчу можно ванпанчнуть. И вообще надо что-то на вставочку, что за дела? Опа, акс, БМ там. О, ванпанчнем, чувачка. Бэкстеп. Смотри, вард на меду стоит, что ли? Бля, ты крыса. Ах ты, трал еще там. Вард на меду, походу, стоит, ребят. Я только начал подходить сразу. В разбег, в разные стороны. Трал вардит, походу. Сейчас крипы тут будут, по идее. Ну, вард стоит на миду. Это плохо. Вот так сделаем. Кто-то будет. Никого нет, да? Жесть. Ладно. Продаем. Вот эту штуку надо ТП-шки иметь. Кто мне сейчас будет под Т-шкой, интересно, подфармливать? Акс, наверное, придет бесстрашный. А, вон оно что. Но я могу накатиться, убить ее панчем. Так вот.
Как-то так. Но никак иначе. Ой. Как хорошо. Вот как-то так. Но никак иначе. Бля! Гоу-гоу за душу. Вот как-то так. Но никак иначе. Трал с даггером. Трал с даггером. Гоу вот здесь перехватим. Получится. Минус армор бафнуть только и ван панч. Все. Трал вардами пользуется. Молодец. Мансит. Постоянно. Нас вижена немножко не хватает, я считаю. Я медальку, наверное, апнем. Чтоб минус 10 армора снимать. Вообще 800 надо. Снайпер на топе. Так, гоу прогуляемся, да? Вот так вот сделаем. Так вот сделаем. Тут меня не видно, я 100% уверен. Но они все нанизу, походу, будут. Я удивлюсь, если я тут трала встречу. Зафармливаем. Медальку надо апнуть. И на базу. Не хватает в пару еще одного саппорта с арканой. Прям не хватает. Прям не хватает. Хорошо. Хоста. Го хосту и на базу. Хосту и на базу. Пуч такой балабол, если честно, ребят. Все было плохо. Пишет, что ему не помогают, хотя мы ему рили помогли. Ему нужно было просто потерпеть чуть-чуть. Нанизу ситуация посложнее была. Ну, как бы такое. А сейчас все норм, типа, и в чате пишет, что типа, а, ха-ха, лохи там, и тому подобное. Я не понимаю таких ребят, честно. У меня бывает тоже, я пишу, что, ребят, ну помогите мид. Типа, ну вообще никак не вывозится. Но не так, чтобы еще потом злорадствовать. Вот это вот оно как-то, ну, не в тему. Бля, там смотри. Парень что сделал? Надо ему тычку дать. Хорошо. Минус 10 армора делает вещи. Минус 10 армора делает вещи. Сларк в лес идет. Мха, сейчас покажем ему. Он будет кэмп фармить, скорее всего. Кэмп фармить будет. Чисто one punch. Дизоль Кираса. Пул минус армор тут сыграем. Будет годно. Дизоль Кираса. Хорошо. А внизу фермеры какие-то у нас. Умирают. Сларков, да? Сларков умирают. А их там заберут. Я думаю, трал на мид сейчас придет. Монета есть какая-нибудь? О, иллюзия. Хорошо. Хорошо, что есть иллюзии. Гоу сюда. А можно тут подфармить, в принципе. Не вижу никуда сейчас смысла бежать. Нанизу, ребята. Чапалаху дали, трое ресаются. На мид мог выйти. Но нет смысла тоже. Под тавером парень стоит. Го на топе. Палимся, типа... Оригинал Тускар. Трал, наверное, в лес ушел просто фармить. А я сейчас иллюзии пропалю, но тут варда нету. Варда нету. Го вот сюда. Аккуратненько. Сюда аккуратненько. Смотри, что делает. Нифига себе, задрот. Ах ты, крыса. Куда делся?
МХУ тузка, да-да, вижу, вот МХ. Смотрю, просто по карте парень обходит. Я вот так сделаю. МХУ тузка. Пацанов нигде на карте нету, никуда идти, в лес. МХ! МХ, МХ, говорю. Не поверите. Нету МХ. Вот просто не поверит. Не поверит. Не поверите. Опа. Ах ты, крыса. Пау. Пау. А вот эту штуку покупаем. Сигиль нам поможет. О, не поможет. Я умер. GG. Вард помог бы. Но сори. Варда нет. Варда нет, сори. Варда, три варда. Акс меня законтрил, все, там все сейчас отсосут. Акс меня законтрил, все отсосут сейчас там. А, кстати, сразу... Как-то это... И даже меня еще не видел, он сразу отмансил. Очень странное поведение было. Но я догадываюсь, вот тут в центре с опсом стоит, скорее всего. Скорее всего. Его мифрил. Надо варды расставить, ребят, самим тогда. Самому. Самому надо вард поставить. Огр. Огр умрет сейчас там. БМ. И там БМ. Задушил. Я, если честно, думал, Огр умрет. Но типа он умер и так, но... Умрет вот здесь от Клока. Клок какой-то ватненький. Ватненький какой-то Клок. Ну да ладно. Че, го по лесу МХ показывать? МХ. О. МХ. Сюда. Есть почти дезоль. Кто там еще? МХ у нас есть. Так, ну тут нужно быть аккуратным. Смотрите, Ахевич прыгает. Ахевич прыгает. Go на мид. Аккуратненько выйдем. Огр, братец, взял варды, молодец. Просто без вардов очень тяжело будет. Опа, ребята, там Ахевич вон он пошел. Сейчас в спине еще кто-то будет. Ничего найти вон почти. Опа. Без вардов ловить ее нет смысла, вот эту креветку. Вообще нет смысла. Без вардов. Ну, инвиз. Инвиз, понял. Неуязвимость. Спека фармить останется. Сларк сейчас вылезет по лову. А, понял. Понял. Да выпендривался. Просто надо варды от Сларка, вот и все. Он так и будет не безнаказанным ходить просто по этой карте. Огр. За варди, брат. Пока не поздно. И надо пойти побить Тавера. It's hammer time. Давайте продадим урну, ребят. Возьмем гем, наверное. С Ларком мы зафокусим, я думаю. Гем, наверное, возьмем. Пробуем. С гемом. Главное пробафать его дезолем. И потом ванпанчнуть. Ну, я его не запанчу, у него, по-моему, там уже очень много. У нас спектра, мом, БМ, сакред. Нормально. Тут опс. Стоит. Там этот ставил фрал.
Рал подходил, когда его здесь убивал, он ставил что-то, какой-то вот этот мув был вот такой вот. Раз остановился и пошел дальше. Это вардинг. Неопытный вардинг, я так сказал бы. Знаете, почему неопытный? Потому что надо через shift вардить. Да, у него тут вард стоит. Через shift. Когда ты через shift вардишь, там непонятно, что ты типа делал. Подошел ты просто, постоял или что. Типа ты тык-тык вот так сделал быстренько и все. То есть там уже непонятно, что там происходило. Я очень не хочу отдавать гем. На самом деле. Я его не отдам, в принципе. В принципе, я его не отдам, но я его спалил. Этот гем. Этот гем я спалил. Опасно. Чекать. Слабки. Плохо. Я армлет не включил, да? На панче. Поторопился. Я его пробафал, армлет не включил. Моторика подвела. Я его пробафал, но армлет не включил. Это плохо. Лав пришел, да? Ух, как хорошо, что он не попал. Я с огнем играю, хотел сказать. Я убегаю, по идее. Да? Убегаю. Убегаю. Оп, хорошо. Опасно, не хочу гем отдать. Опасно. Сейчас доиграемся так. Гем отдам. Гем отдавать не хочу, я бы. Сларк. О, Сларка можно принять, кстати. Жалко, на тенах маны было. Нормально, креветку на развороте разобрали. Так, Ахевич там с молнией. Нормально, ГБ. Тяжеловато на самом деле пользоваться дезолятор, понимаете, просто в чем прикол? Ну, многие не знают, я сейчас это скажу. Дезолятор на первую тычку не распространяется, то есть первая тычка не идет с минус армором, то есть нужно пробафать сначала ударом дезолит, а потом, к сожалению, делать уже все остальные моменты, и это очень сильно напрягает. Это очень неудобно. Вот так я выражусь. Это очень неудобно. То есть мне нужно... выйти, с бэкстеба ударить латарного, потом пробафать этим соларом и ударить. Тогда будет максимальный дэмэдж. Максимальный, который возможен. То есть, ну, сейчас попробуем сделать. А так неудобно, слишком много получается АПМов таких. Ненужных. Так сказать, ненужный АПМ, вот так выразимся. И вот так сделаем. О, вард спалили. А, не, не спалили у меня же смока. Даем бэкстеп тычку, просто обычную тычку. Бэкстебовскую. Внизу Сларки, да? Инчи. Но Инчи так ваншотно. Там они не одни, да? Опасно. Клок еще тут. Четыре героя внизу просто. Как хорошо, что я не пошел. Минус гем просто был. Просто минус гем. С интриги там, с ларки. Я не буду подставляться, мне нельзя подставляться. Надо, чтобы спека как-то подставлялась. Вард разбили туда. Хорошо, просто. Это не проблема. Это не проблема. Ух ты. Хорошо. Я не залезу в кубу. Не смогу. Механика игры не даст. Хорошо. Ну нормально раздушили. Нормально. Где там Сларк? О, бафнем его. Где ты?
Ларка бафнем. Надо ударить, бафнуть, а потом уже бэкстебить. С этого, с панча, вернее. Просто бафнуть надо его. Ну, вот сюда сейчас пойдем. Сначала обычный удар с бэкстеба. Бэкстеба. Дай ударю. Дай ударю. Ну дай ударю. Все, пробафал. Максимальный дэмэдж я ему сейчас выдал. Который возможен. Дружочек, пирожочек. Жестко нагнетает. Пускар, конечно. Сларков всяких. Вот так, заберем у своего керри фарм. Надо добить Сильверуху. Сильверуха, бэкстеп уже очень сильный получится. То есть, блин, немного тут вот это противоречие. Билд через дагер намного легче было бы, наверное. Но я хотел через лотар некстовую катку сыграть. То есть одну каточку я сыграл через дагер, другую каточку через лотар, чтобы вы видели какую-то разницу. Где-то, чтобы вы увидели вот эти моменты, как удобнее в некоторых моментах играть с дагером, где удобно с лотаром играть. То есть понимаете, чтобы был какой-то баланс вот этих видео, которые я делаю. Поэтому, ребята, такая тема. Сейчас мы сделаем еще кирасу. Кирасу сделаем. И будет нормален. О, регенимся, не буду покупать расходники, чтобы ускориться. Не хочу. Так, ну что, погнали. На вставочку тут ничего не будет, да? Ничего страшного. Разберемся. Может, еще что-то будет. Пускар вообще такой герой, блин, он постоянно дерется и столько моментов на вставочку. Вечно на стриме Рэмпейджа, а тут как бы игра совсем другая. Совсем другой этот. Геймплей немного получается другой. Погнали к ребятам. Тычку бэкстеба дать. О, Сларку поймали. Там сейчас Акс прыгать будет. Тычка бэкстеба. Просто обычная тычка бэкстеба. Потом минус армор вешаем. Я забыл включить армлет перед этой всей темой. Немного неудобно. Хорошо. О, как обычно в меня прыгает. Ну и сдохнет. Какой молодец, Накс. Гемчик. Гемчик. Ладно, ребят, вот так вот. Нормально. Ребятки подпушат мид. Я сделаю кирасу уже с доброй совестью. Гоу. Купим ингредиенты на кирасу. Ребята, мид сломают. Не могу я, блин. Это на самом деле тяжело. Мне даже тяжело так расконтрить. Нужно... Вот я иду в лотаре. Просто я не успеваю это все нажать. Моторика не позволяет. То есть с лотара ударить, нажать армлет, нажать бинт. Минус армора. И эркой панчнуть. То есть немного тяжело, в голове не укладывается. Такое противоречащая тема. Проще, конечно же, через накат. Вы просто уже сразу накатываетесь. Кидаете минус армор, сразу же медальку, заранее. Ну и, конечно же, потом кайфуете просто панчем через автокаст. Вообще классно. Самая годная, самая легкая тема. Дерись, у тебя нет шансов там убегать. Прикольно. Ну, так что вот такая. Надеюсь, блин, поймете, как это делать. Может, у кого-то из вас и будет получаться лучше, потому что я не могу расконтривать так. Тяжеловато, на самом деле. Признаю. Постоянно вот эти ошибки микроконтроля. Это мое дело. Это я могу. Че, берем ТП-шку? Погнали. Это я могу. Ахевич, 1900 хп. Мне кажется, если я его пробафаю, то я могу ему задушить. Опа. Это кто там идиот? Трал пуканов. Я могу вот так вот сделать. То есть я выйду, ударю. Давай, 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 давай. Успел докатиться? Не успел. То есть мне нужно выйти, ударить, а потом все остальное делать. То есть вот тут дагер намного лучше будет сидеть при таком билде. Но это тоже интересный билд. На ХГ залезь? А, варда нет. Варда нет.
Догоним, мне кажется, его. Уф. Сейчас нормально было, ему чипалахнули. Пост абузер. Классика жанра. Сегодня меня всем обозвали. Абузером. М-хашером. Абузер. МХ. Все в куче. Чисто абузер, МХ. Это я. Я Ханаз. Я гем выкину сейчас. Арбузеры, М-хашеры. И чапалаху. Есть ни к чему. Хорошо, что я накатился. Не могу выключить накат. Не могу, кираса нету. Еще думал, гем этот помойный выкинуть или нет. Ну, выкинул все равно. Кираса полетала там по кругу. GG, задушили меня. Эх, ладно. Ладно. Ждем. Кирасу, может, поймаем сейчас. Там Трал молодец. Но у нас Пуч. Такой себе парнишка, честно говоря. Сларк молодец. Кстати, Акс тоже хорошо отыгрывает. Акс хорошо отыгрывает. В принципе. Сейчас заберем Кирасу. Ну, уже панчи не будет, я думаю. Козу смогу панчить. Нормально, я 4 раза, в принципе, умер. 6 ближайших ко мне, это огр. И то я так глупо умирал, на самом деле. Сладко, что там МКБ? Почему нет промах? Пам, пам. Да, взорвал. БМ сейчас убьется, да? Нормально. Так, гем у Трала, да? Это плохо. Трал пуканов с гемами. Так, 7 раз, походу, угр умер, да? 7 раз. Но я 4 раза умер. Все, есть у меня кираса. Гемчика нету, без гема плохо. Огр, если бы вардики подставил, было бы хорошо. У меня слота нету. 45 минут. Играем уже. Сларк чего? 14-20, Сларк. 14-20. Оу. Сейчас еще возьмем Сильверуху. И можно Абиссала сюда запихнуть. 32 армура у меня. Это просто солярка. Еще бы Слардара, прикиньте. Тесть. Получается 7, 10, 17, плюс 5. Это уже сколько? 21, 17, 18, 19, 21, 22. 22 и плюс еще 20. 42 армура минуса. Это жестко. 42 армура минуса. Да. 42 армура минуса. Это жесть. Варды надо. Вообще Рошу можем. О. Гоу, ему вот так вот делаем. Я просто ванпанчный его. Пау. Они обернули, да? О, Ахевич. Задушу. Пробафал. Минус армор. Есть. Поход на вставочку, да? Эту козочку можно еще? Ух ты, Огр стилер получается, да? Получается Огр стилер. Такой фраг забрал он. Вообще не в тему. На вставочку хоть. Ультра. Хотя бы. Там Сларк еще байбекнулся. Но я на самом деле, у меня был КД. Я ждал этот КД, но потом понял, что нет смысла ждать. Надо быстрее забирать, чем придет Огр. И в итоге Огр приходит, и он забирает. Классика. Вот, ну,
Ва, а-ля классику. Просто спагетти, сеньоро, помидоро. Просто классика. Ладно, нет так нет. В следующей катке нас на вставочку сделаем. Ну, тоже пойдет. Снайпер тем временем работает у нас по Рошану. Рошан пытается убивать снайпера, но ничего не получается. Не получается. Нормально, в принципе, в каждой каточке так настреливаем. Пойдет. Давай, давай, снайпер, давай, отхиливайся. У тебя нету отхила. Ван Панч. Тараска у Акса появляется. Я уже не Ван Панч, а... Получается, что я? Я вообще не знаю, что я уже. Что ты такое? О, пидер. Ларк не убивает он. Оп. Лаквург. Рассыпался. И Ахевич бежит. Сейчас Ахевич покажет, где раки зимуют. Опа, врыв пошел. Ставится статика. Ай, как Аксу больно, посмотрите. Ну, забирают, да? Ой, какие молодцы. Я удивлен. Удивлен. Трал лучшую. Да, трал хорош там. Безусловно. Го-го-го. Так, есть. Трал молодец там, рели старается. Чпоньк 150, это вот 206. Хорошо, господи. Там этот, Акс, кстати, в прошлой драке покатился, на нем этот был лотус. Забавно выглядело. Забавно выглядела эта тема вся. Забавно. Что там МХ? Включаем МХ. Кто есть? Гемчик был. Вижу. МХ включили. В этой катке я МХ, Абузер и все в этом роде, между прочим. Трал на миду, да? Трал на миду, трал пуканчиков. Я не убью, 3200 хп слишком много. Плюс там подсос сзади стоит. Надо туда идти. Надо отреза идти. Идем команду. Там подсосики стоят, год 25-й апнем. Хорошо. Хорошо. Ну, это на вставочку. Что там на вставочку? Спека затанчит. Будет хорошо. Ой, люками. Кто-то топ стоит, насколько я знаю. На хаге все стоят, да? Акс там вон, лоу хп какой убегает. Ладно, давайте этого пробафаем. Смотри, что делает. Бафаем. Блин, я вкатился в него. Это плохо. Да, очень плохо. Я тут даже не переармлечу никак. Там гем у него. Не смог я подойти даже. GG. Снайпер нарежет. Сларк, ребят, имеет 22 смерти. Но эта имба настолько жесткая, что посмотрите. У него... Ну, он убивает. То есть, блин, 22 смерти у чела, но он убивает за счет того, что это имба. Это имба-герой просто. Человек не умеет особо на нем играть, но он убивает. Просто потому, что это имба. Ничего не нужно особо делать, ты просто берешь и убиваешь. Заходишь в инвиз, с инвиза выходишь и GG. Вон. А, в лотуса кусается пуш. Это GG. Так, ну трон падает у них, да? Я байбайкнулся, но нет, правила. Сларк не потащит его. Ой, не потащит, пуш не потащит. 25 армора. Просто мини-тини со скоростью Брюса Ли. GG. Это последние мувы, вот эти вообще не очень, да, ребят? Такое. Ну не могу, тралов, трала надо прыгнуть просто. Трала пробафать. Видите, опять-таки тут, если пробафаешь, тогда вообще много, много импакта будет от этого, а так толку нет. Ну, в третий раз сейчас пойдем додушивать. Кто там, спектра пришла? Ушла. Сильвер Эйдж. Прикольно. Тьма. Воплоти. Сларка очень много. Я бы на их месте сейчас пытался воспользоваться Сларка ловкостью.
типа ловкостью воспользоваться. Что это? Спросим у него. Да, ничего. А, понял. Попорофлим. А, понял. Так, ладно, подпивасники выдвигаются. Подпивасники выдвигаются. Так, Скади, Сильвер, Молния. Стрим такую игру стримить. Ну, это вам должно быть стыдно, я-то нормально отыграл. В чем проблема? Да вам должно быть стыдно, товарищи. Оп, хорошо. Го вниз. Блин, надо что-то сделать с этим. Кого закрывашку? Сигиль поднимаем, к спектре цепляем. Обойти как можно дальше надо. Привет. Так, с меня прыгает. Смотри, крыса какая. Бай-бай, крыса, чтобы эту скару убить. Ой, под сейв. А, нет, под сейва нет. Ай, джи-джи. Ору. И не добили барак. Да добейте барак. Я постоянно иду. Что за дерьмо? Я забрал Сларка. Убейте барак. Мне, походу, надо рили встать, просто пойти спушить и все. Лоу. Мне пох, снайпер пишет. Я понял. Ну, вот так вот игры и сливаются, когда пишет мне пох. Не бьют барак. Мне надо тупо взять и бить барак. Вон, имбаланс вышел в мид. А мы так проиграть еще можем. Да? Пацаны уходят. Я на ТП на низ просто нажму сейчас, сломаю третий барак и все. Мне там никто ничего не сделает, в принципе. 40 секунд. Еще полагать бы немножко. Полагать бы немножко. Но это, скорее всего, минус мид у нас сейчас будет. Минус мид. Вот это ты идешь. А, вернуть кого-нибудь на базу к себе, да? Ну, молодец. Барак. Пей, огур. Барак. Пей. Куда ты тпшишься? Да пофиг на этот деф, барак бей. Ой, агур, ой, агур. Спека заберет сейчас, да? Ну, спеку долго бить будет, по идее. 5 секунд, я резнусь. Я тревел возьму, не спалечу просто. Let's go. И все. Просто бить бараку все. Что еще нужно для полного счастья? Под акса только не встать, во что нужно еще. Все, вот так нужно было раньше сделать. Что-то как-то затянули. 56 минут отборной каки. Прям отборный. Вкусненький такой. Свежевыжатый из... Откуда-то. Он сейчас тоже накатываться будет. Он не поймет, чем прикол. Раз не поймет. Хорош. Ох ты, крыса. Оп. Жалко, кнопок нету. Жалко, кнопок не было. Да нормально, задушили. Боже, вот под конец игры просто фит начался из-за того, что мы не смогли спушить. Просто не можем спушить. GG. GG, ну пойдет. Тем не менее, ребят, сыграли в минус армор. Очень много всяких нюансов есть тут. Ну и ластовая катка, которую я сделаю для вас, это будет катка, в которой, скорее всего, магию делать мы не будем, если попросите отдельно Magic Build сделаем, но он не будет, я думаю, интересен через Dagon, Ethereal, ну не знаю, фиг с ним, если что, его выполню дополнением. Сейчас сыграем в катку, где просто будем панчить с помощью рапиры. Поехали, без минуса рук.
Итак, друзья, загрузилась у нас каточка очередная. На туске сейчас будем разносить. В общем, что я хочу от этой третьей катки? Конечно же, хочу что-нибудь красивее, красивенькое на вставочку. И, конечно же, я хочу еще... Знаете, что я хочу еще? Я хочу красивую, просто красивую игру, чтобы было очень интересно. И мы пойдем, наверное, через центральную в этой катке. Постараемся максимально зароумить все, что можно. И погнали. Ребятки, очень-очень хочу сказать такую тему, что если вы хотите отдельную каточку именно Magic билдом, то есть если вы ее хотите, обязательно пишите комментарий, то есть Magic билд, Хеназис, хотим Magic билд плюс Аганим на Тускаре. И что будет входить в Magic билд? Дагон, Этериал, Октарин, там вот эта тема. И, конечно же, Аганим я тоже буду собирать. Если такая каточка нужна, я выпущу ее дополнением. Просто в гайде на Тускара... Как бы, ну, тут уже сделал максимально все, что можно. Вот эта третья каточка у нас будет завершающая. Первая катка через дагер, потом вторая катка минус, через минус арморы комбинация. И, конечно же, третья это просто какой-то жесткий разнос, который я постараюсь сдушить. Вот так вот, ребятки. И, конечно же, напишите в комментариях, хотите ли вы катку такую, типа Magic катка плюс Аганим. Но не забывайте, что по ссылке в описании, там есть тоже фановая катка, когда мы ее писали с Антохой еще через Раптуру и, конечно же, Аганим на Тускаре. Вот это была жесткая вещь. В принципе, даже и дополнение не нужно, посмотрев этот ролик. Это вот такенный ролик, ребят. Ну, не знаю, напишите комментарий. Да, да, нет, нет. Если что, я сделаю такой видос, поднапрягусь еще немножко и, конечно же, порадую вас годным контентом. Ладно. Понабрали, пацаны. Всяких там геройчиков. Очень тяжелый пик на самом деле. Ну посмотрим. Посмотрим. Ок, спасибо. Вот так адекватно мне нравится. Решили, типа, хотел центральную пойти. Пойду центр. Центр я высушу. В принципе, я думаю. И задушу. Виви раздает ру, красавчик. Let's go. Главное, сильно их не заунить, чтобы не поливали, как говорится. Не поливали. Комарик проснулся. Опа, нет теперь комарика. Комарик в таверну улетел. Хорошо. Так, курочки нету, ребят, да? Это плохо. Так, инвокер суицидит крипов. Да? Переагривай, переагривай. Направь на меня, направь на меня, направь на меня. Почему не направил на меня? Ну направь на меня. Не хочет направлять. Киньте, какая криса. О, направил. Хорошо. Отлично. Не хотел на меня направлять. Понимаешь, что переагр будет. Оп. Оп. Хорошо. Такая шпакля у него. Прикольная. Цвирк так. Мне нравится. У Тускара очень приятная тычка на самом деле для ластхита. Она не всегда получается. Хорошо заластхитить. Не всегда. Оп. Задушили. Опа. Так, ну у меня сапожочек, в принципе, уже есть, но он на базе. К сожалению. Оп, хорошо. Оп, отлично. Закупимся. Сейчас, если подфармим тут крипов вот этих, то возьмем курьера. Да, берем. Хорошо, отправляем. Найс, засуицидил крипа у него. Нагинг стайл. Через ВБшки. Сапожок есть. Имеем. Подушим чуть-чуть. Оп. Оп.
пип получается, да? Ну, ботлик возьмем. Через ботл сыграем, ребят. Мангусик сейчас зажмем. Найс. Тиник там забрал рунку, да? А там нанизу инвизик. Хорошо. Ботлик уже летит, сразу отопьемся. Инвокеру сейчас дам чипалаху сразу. Еще раз на развороте. Блин, не смог я добить. Оп, тычечка. Тычечка. Хорошо. Го на инвиз. И можно опять на мид выйти, в принципе, думаю. Погнали с инвизом. Подушим его. У него 400 хп, в принципе. Тычка, тычка, тычка первый. Бар стоит. Сейчас он ближе подойдет. Сюда примерно, чтобы ласхитить деда. Под душем. Он что-то знает, походу, да? Что-то знает, походу. Давай-давай, подходи, чё боишься? Боится, не подходит, посмотрите. Либо вижен нанизу стоит. Хорошо. Но буду бычить до последнего. Орба помогает. Уф, надо будет отхиливаться. Отхиляюсь. Отхилялся, хорошо. Отлично. Так, стик. Крыса. Да че крыса-то, блин. Он, кстати, уверенно стоял. Знал, что я в инвизе, походу, да? Он очень уверенно стоял. Фазы надо, ребят. Очень много крипов прогулял. 2-3 пачки я прогулял. Сейчас, кстати, изи могу его забрать, прям как только он сюда прилетает, сразу накат. Бэкстеп. Ну, попробуем в наглую. О, попал. Так, это конечное, бро. Хорошо. Хорошо. Так, раз. Два. Три. 4. Вот так делаем. Вардиков нету. Там такой вкусный этот бегает на самом деле. Лоник. Сталоник. Лоны очень вкусный. Вообще у него не армора, у него без метаморфозы нету вообще ничего просто. Надо полосхитить, ребят. Всего 21 крип у нас. Это очень мало. Сюда. Вот так раз. И пойдем мишку. Мишки поставим. Кнопочку. Сюда. Дум пришел, лол, хповый. Лол. Гу-гу-гу-гу, пока он не убежал. Рефраг. Хорошо. Дам. Держи. Так, ну нужно армлет, ребят, сделать. Хорошо, пока что овница, ребят. Давайте возьмем вот так вот. Преднамеренное кормление. Лол. Вкусненько было. На самом деле. Давайте остановим их. Крипов. Но пока нормально идет. Еще неизвестно, что будет дальше. Пока что идет по плану, чтобы прям красивенько поддушить. В принципе, 30 крипов очень мало. Надо удариться в крипстат прям хорошо. Оп, отлично. На 8-й минуте пойдем за руной. Лес чекаем. В лес будем бегать. Опа, ЛДС.
Кто там? Вон он, Лоник. Сейчас ночь, он, в принципе, не должен знать, что я тут бегу. Побежал, да? Крыса, посмотри, что делает. А у нас вард стоит, мы сейчас им воспользуемся. Смотри, что делает Мансит, как от меня. Это как так? Это ты как так делаешь, друг мой? Это ты как так делаешь, друг? Че это такое? Не вкурил. Ладно. Иди сюда. Оп, хорошо. Нашел, обезвредил. Ухаха, с МХ норм? Норм. Нет МХ. Чертила. Да нет МХ, вы чё, пацаны? По пятам бежишь. Ну а куда ты еще можешь бежать? Лол. Чуть убил сразу мапхак. Хитрые пацаны. Оп. Хорошо. Чё там? Не лечи, играл, когда ты титьку сосал. Лол. Сказки белого бабочка. Что? Чел, я 15 лет этой доте. Кого так сделаем? По итогу раковал. Блин, так ракуешь ты. Не знаю, вот это сидеть писькомерство вот это вот смотрит. Потом пиши. Так не ливай, бро. Сейчас откормлю тебя, пишет. Оп. Что там, гоу? О, лего там еще. Прикольный чел. Гоу. Вот здесь вот парнишка фармит. Только что сюда забежал. Уф, забрали, да? Я бегу. Лего хитрый. Смотри, куда. Смотри, что делает на легионе. Хитрый. Легион, походу, с мапхаком. Вот кто с МХ. Вот кто с МХ. Лего, ты, походу. Вот сюда зайдем. Пацаны, заходите. Ах ты, читер. Олега, вот. МХ, походу. Вот легион-то, походу, с мапхаком. Блин, что-то комары душат. Душу их. По три комара за видос. Смотри, инвокер. Давайте мут ему пропишем, то что-то слишком много чел пишет. Тоже напрягает. А вот лего-то походу с софтом, ребят. Видели, что делает крыса какая? Инвокера надо наказать. 11 левел. Лего лотар делает. Ладно, гоу, хейт на инвокера. Попробуем искать его. Next лотар делаем. Вот так сделаем. Дасты. Вот сюда. С какого у него там? 1000 хп, да? Ну должен убивать, пойди. Если ему никто не поможет, должно помочь. Нормально задушить. До свидания. Вы были нам как друг. Товарищ, но вы нам не друг. Так, Лотар Сейдж. Надо делать, ребят. Надо больше суетиться сейчас в пик формы. Вот так сделаем. Выведем иллюзию. Выведем иллюзию. Может, лего клюнет. Лего, может, клюнет.
Они в лесу стоят. Го, в лес пройдемся. Взорвем. Сулабера взорвать надо. Изи. Уходим. Уходим, пацаны. Хорошо. Дучка. Кстати, если там виверок... А, не попал, да? Он бы, если поснимал армора немного, я бы там так шандарахнул. Так, инва на низу. Инва на низу. Go инвокера принимать. I'm not afraid. Есть у меня даст, да? Хорошо. Даст есть. Он что-то так уверенно, инвокер идет туда. Вообще не боится ничего. Так, мангусик надо и ТПшечку, гоу. Вот так вот, и на руну побежали. Жестко. Рунку. Заберу. А маны дадим минеру немного? А, сбус, спасибо. А, СПС, вот так напишем. Парень просто забрал и все. Так, вард там пропал, надо вард пойти ткнуть. Гоу-гоу, есть у нас такая штука. Называется Лотер Сейдж. Сейчас будем бэкстебать, очень больно. Там думчик еще, блин. Напрягает. Гоу. Искать. Надо вардик поставить туда. Гоу, вард. Сулабер, наконец-то додумался метаморфозу сделать. Гиеса я еще ни разу не убил. Гоу убивать Сулабера. Что делать? О, армор себе повысил. Ждем. Это плохо. Плохо, что он залагал. Ведь катка только набирает обороты. Жесть. И, бро, давай не надо вот этого, пожалуйста. Лис, отлагивай. Гоу нормальную катку. Нормальную катку. Жесть, конечно, я перегангал. Но я так чувствую, если сейчас чел этот вылетает на 10 слоте, там сразу инвокера гоним, вот это начнется трочка. Это очень плохо. Тускар одевает очень рано вот эти вот артефакты ранние. Очень рано он их одевает, но потом он начинает просаживаться. По чуть-чуть он начинает просаживаться. Так, укладываем. Берем сюда. Хорошо. Сюда поставим. Опс. И ЕСа надо гангануть. Опа, там уже 2 ФП пошли. 2 ФП пошли. Лего. Ну, Лего я вообще не могу поймать, типа. Давай, 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 иди, 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 тускар, ты че? Лего вообще поймать не могу. Инвокера с бэкстеба шандарахнуть надо. Тупо бэкстеп сейчас, но надо ждать 6 секунд, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Вот так вот только его убивать, по-другому никак. Мне кажется, я не пробью. И то, мне кажется, я его не заберу. Нету дастов. Прямо у него кнопка стояла уже, что сделать. Круто будет, если попаду. Но типа нет. А, он тут где-то. Интересно, где вылазить будет? ЕС тут. 1000 у него. Это очень много. Пойдем. Хорошо. Done for my people as you wish.
Отлично. Инвокер подставился. Все, get back. Просто бежим. Просто бежим. Надо даст и стики в помойку, ребят. Когда он там резится? 23 секунды. Что-нибудь на вставочку еще хочется? Там лотарщики. Надо гем носить. Дасты хотя бы. Так, и next там нам нужно что-то такое собрать, чтобы прям шотать. Чтобы было по кайфу. Вот так вот сделаем. Ест, там, смотрите, фулл касты дает. Го-го-го, сейчас вот чипалахну. Вообще, ест желательно чипалахнуть. Ладно, тогда дума. Хорошо. Мишку закрыл. Плохо я нажал. Плохо нажал. Сам лего, да, еще? Хорошо. Уф. Мы, наверное, сразу рапиру бахнем. Ребятки. Сразу, наверное, рапиру бахнем. Сразу, наверное, рапиру бахнем. Го, низ зафармим. 3700 у нас есть. Очень, конечно, это рискованно будет. Очень рискованно. Но надо попробовать. Почему нет? Фаново же. То, что рискованно, это жесть просто. Там еще инвокер. Там инвокер еще. Это очень страшно. Ес там идет. Будет прыгать, я задушу. Хорошо. СМХ играет. Шло у вас по карте видно было. Какой МХ, ребят? СМХ играешь. Если игра будет удачная, на канале выложу видео. Видео. Я обычно хорошие катки выкладываю. Будете смеяться. Я что-то очень часто стал писать про свой канал в Ютубе. Неужели я себя так рекламлю? Лол. Жестко рекламлю, получается, да? Аркаша в курсе? Ну да. Лол. Ок, жду. Так, отыграй нормально. Давай каточку выиграем эту еще. Спасибо. Уф, Тини там подставляется. Брат, только от санстрайка не умри, дружище. С чипалаха умер. Опасно, что я сейчас буду покупать рапиру. Это очень опасно. Вообще лучше линку сейчас купить и потом покупать рапиру. Потому что вам будет очень тяжело. Инвокер это мета как-никак. Инвокер это мета как-никак. Тяжело будет. Сентрей там нету. Стой, инвокер. Смотри, какая гнида. Инвокер с походу софтом. Вот инвокер, походу, с софтом. Ну, вокер, да, такой странненький. Ну, нормально. Нормально. Несмотря на то, что я сейчас сфидил, но это очень плохо, что я сфидил, но варианта не было. Варианта не было, ребята забрали. Отлично. Ну не, все равно рапиру сейчас сделаем. Сейчас рапиру сделаем все равно, ребят. Вы видели, что инвокер делает? Сразу же. Он знал, он уже и начал уходить от меня. Тупо,
Тупо я в инвизе бегу. Он уже убегает. Крысеныш. Тупо крыса. Но нормально, ладно. Сейчас соберемся, Вардик стоит. А, Вардик уже упал, да? Тогда Сакрет скидываем. Сакрет скидываем. Откуда ты знаешь? Это видно. Сразу палится. Это не читается. Но инвокер очень подозрительно сейчас сделал. Бро на низ, там Акса сейчас по-любому Лего придет. Вардики надо бы поставить. Опа, Лего тут. Он будет, скорее всего, вылазить сейчас. Вот здесь, он пойдет обратно, лох. Вот ты посмотри, какой неугомонный. Бро, живи. С костью немного тебе. Бро. На Аксе бро не засейвили. Не засейвили, засыцели, пацана. Спэш, бро, НЗ, НЗ. Тебе как бы мы лес... Вот стыдно, чел, короче, играет в доту с тех времен, когда еще, как он выразился, я сиси сосал. А получается так, что... Вард стоит, что ли? Вард стоит, что ли? А получается так, что катка у него не получается. Это плохо. Это очень плохо. На базу. Куру в магаз. Уф, там. Шишера дает прокаст. Жестко. Байбек. БКБ-ха нужна будет. Но рапира рискована тем, что я могу подслить сейчас игру. О! Бегу. Бегу. Инвокер. Инвокер очень странный. Лего МБ. Го чекнем. О, привет. А, да ладно. Лол. Ах, что крыса. Так, я вообще, если честно, вот как играю сейчас, и типа я даже сигиль не поднимаю. Тупо. Play without сигиля. Тупо вязал. Че там, драки, да? Погнали. Нокер хитрюга, конечно. Гоу, инвокера душить. Или вот этого пацана. Оп, хорошо. Оп. Уф. Ну типа почти на вставочку, да? Дабл. На миду, по-моему, какие-то центри стоят, я так думаю. Миду центрики, я думаю, стоят какие-то. Инвокер не подставится. Он знает что-то. Инвокер что-то знает. Он не будет подставляться. Инвокер что-то знает. Надо пушить. Инвокер что-то знает. Так, ну ботл продаем. Го на низ. Побежали. Опа, Лего. Go, go, go. Let's get a Калари here. Что там? Угу, вижу. Инвокера надо. Инвокера. Смотри, убегает от меня. Это плохо. Это очень плохо. Да. Понял. Хорош.
Рапира. Ивер. Хорош. Хорош. Красавчик. Б-б-б-б-б. Инвокер, видели, что делает? Вокер. Вокер. Как с МХ там? Видели, что делает? Засранец. Главное, никто не мансует. Обратите внимание, ребят. Никто из них, из этих четверых, троих не мансовал, а инвокер сразу начинает убегать. Это же видно, это софт там, чел. Сразу видно. Тупо сразу видно. Это сразу видно. Так, мне что-то нужно еще на дополнительную мобильность. Так, ну это плохо, что там инвокер с мобхаком, ребят. На самом деле могут быть проблемы в лейте. Сейчас мы как бы доминируем, а потом будет... Не, ты ее можешь выложить. И все. А моя же ее засейвил. Там ЕС yes, молодец, хорошо отыгрывает. БКБ Хонекс там, наверное, сделаем. Спасибо, друг. На мид. Любого. Хоть его, хоть его. Хорошо. Инвокер. Инвокер, конечно, софтер еще тот. Хорошо. Сразу убегает. Он знает все. Все инвокер знает. Все инвокер знает. Все инвокер там знает. Лего. Хорошо. Еса шотну. Хорошо. 4К, это надо БКБ сделать, ребят. Просто драться. Хорошо. Так, 4К имеем. Линку и БКБ бы сделать при таком билде. Давайте подождем сейчас Легиона здесь. Ну, он по-любому, Легион в линку по-любому побежит. Тупо ему пофиг будет. Легиону в линку он будет бежать. Я 100% уверен. Или Вокер сейчас сюда подойдет. Но когда Вокер подойдет, уже будет страшно. А вот Дум идет. Пойдем. Пойдем. Я знаю, что там нет варда, братан. Я знаю, что нет варда, братан. Блин, меня могут через Sunstrike и дуэльку овнить. Просто Лека забрал. Его мид подфармим. Так, 5К есть, линку сделаем, давайте. Побежали. Варда есть, обсерв поставили. Крысы. Смотрите на инвокера, пацаны. Он не даст мне подойти к нему в упор. Смотрите, сразу, опа, инвиз, побежал. Иди сюда, свинья. СМХ чел играет. Тупо с МХ. Это видно невооруженным. Как знал? Вот Сварт стоит. А ты как знал, что я иду? А? Свинья. Прикиньте, какая. Крысятина. Смотри, улыбается. Понимает, да, ребят? Вот такие вот, к сожалению... Вот такие вот ребятки, к сожалению, попадаются в играх. И, к сожалению, они даже не палятся. Вокер не палится. Вообще, ну просто... А-ля классик. Киник, брат, не умирай, пожалуйста. Надо в рошу идти, ребят. В рошу идти. В рошу надо идти. Вот накатка.
Закатка. Ну, блин, я не знаю, я если буду бить Рошана, типа, проблема в том, то, что Вокер знает, что я бью Рошана. Понимаете? Братан. Ну, я помог. Типа, безусловно. Я помог, но Рошан надо забирать. Чайн Уокер сюда подбегает, вот кнопочки жать. Бежит уже. Конечно. Как же без этого, друг мой, на инвокере? Меня разорвался. Как же без этого, товарищ инвокер? Опа, думчик внизу. Попал? Попал. О, хорош. Хорош. Уф. На вставочку. Хорошо. На вставочку, пацаны, гонис. Инвокера МХшного побеждаем, пацаны. МХшного Вокера. Ах ты, крыса, смотри, какое. Пуш, ребятки. Пуш. Пушим. Пуш арт некстом. Б. Ребят. Б. Фивер. Ну их нафиг. Надо закупчик сделать. Супчик, закупчик. Гоушард. Отлично. Посмотрите, как так бодро выглядит. Че там? Есик живой, да? Побежали. Че полахнем. Инвокер. Идет, смотрите на инвокера. Смотрите. Смотрите, идет. Просто... Просто. А че в инвиз мне кнопки не даешь? Животнич. Так, ну у меня мало хп, я Б. Чисто на инвокере, чувачок. Че там, Радик, да? Гоу, че полахнем? Че полахнем? Еще надо вот так вот сделать. По-другому никак. Хорошо. Башер бы еще вместо армлета. Хорошо. Вокер смешно, я вам говорю, он с софтом. Вокер с софтом. Сейчас уйдет, смотри. Прокатили инвокера на панче. Вайны скетчи. Жалко, у меня хп не так много, чтобы подраться. Забавный инвокер, я вас уверяю. Это просто, ну, самое натуральное мобхакерское отродье. Просто, ну, это видно. Это ж, блин, нужно. Насколько нужно быть глупым, чтобы это не понимать. Ладно, я играю, я как-то... У меня есть логика, то есть, в действиях моих. А в логике инвокера нет. Он просто банально палится. Тупо банально. Забавный чем. Рискнем. А че рисковать? Просто ваншотнули и гитбэк. GG. Шотнули и гитбэк. Эх, ну нету кнопок на него. И спрыгнет. Бешеный у меня тут скар получился какой-то.
Инвокер, конечно, бешеней. Ломаем. Хорошо, мид топ. Не удалось, бро. Мобхак не помогает все же. Отлично. Опасно, очень опасное сейчас дело, на самом деле опасная ситуация. Не надо дума кидать. Не надо. На, вот эта штучка тебе. Жесть. Блин, ребят, ну такая очень агрессивная карта, ну ластом. Засолировали, можно сказать. Можно сказать, засолировали. Ой-ой-ой. Ну выбит. Крыса. Крыса выбил у меня рапиру. Я думал еще одну купить. Его задушил. Да погибни ты. Хорош. Есу, там рапира. Вот он мне сейчас что полахнет. Нет. А, никто не поможет. Все ушли, да? Я только разогнался всем чапалаху давать. Ладно, сфидил получается. Так, у меня есть 2300 еще до кучи. И 100 секунд размышлений. Жесть, 37 фрагов наколотил. Ладно. Ушли в таверну. Так, жив был. Так, есть рапира, да? 200 хп у него. Жалко, я так хотел. Акс скрипами. Точно. Точно, Акс скрипами воюет. Агру. Кидает их. Ой, жесть. Так, ну что, надо выбивать рапиру. Гем, yes. Если что. Надо ласт барак доколотить и рапиру забрать. Нерчик работает, мины ставит везде. Убегай там рапира, ты чё? Там рапира. Блин, эту рапиру вот сейчас изи выбить. 40 секунд, они наглеют. Я бы забрал у него. Типа 1700 хп, 1500 хп я ему сношу с прокаста. Плюс пару тычек. У меня очень быстрые тычки. Тык-тык-тык-тык просто. За счет шарда. Муновый шард. Инвокер может им тоже сигнализировать там. Типа вот там вот этот, вот там вот тот. Сигналить может спокойно. По-крысовски, так сказать. Это проблема. Мы сейчас куда-нибудь на низ сюда тп. А инвокер опять-таки все видит. Зачем мне туда тпшиться, чтобы забрать инвокера? Бред. Забрать имхашника с инвиза. Ну да, сейчас получится. Ага. Аксевич напал. Опа. Гоу. Сейчас задушим. Ты что, меня обманывать собрался? Чпау! Дабл килл! Пой за игру, НЗ. НЗ. Погнали. Додушивать. Давайте 40-й фражочек сделаем хотя бы. 40-й такой красивенький. Где там? Медведь. А вон оно чё. Strike with great vengeance.
Инвокер, не газуй. Смотрите, что сделаю. В Nvidia тут стану на месте, он меня с санстрайком взрывает. Кидает, смотрите. И это не в тени было, это стопроцентно было в меня. Это чтобы доказать стопроцентно твое... Твое МХ. Встал на месте и ждал СС. Тупо вот, запомните ник вот этот. Снизу прочерк, с прочерк, смотрите даже как... Ламборгхини. Минус. Вот. 29-18. Вот тут вот так, вот тут вот так и вот тут вот так. Запомните вот этого парня с вот этой статистикой. Вот такой вот парень у нас попался. Ребят, что ж, на этом гайд на Тускару у нас заканчивается. Такая веселая каточка у нас получилась. То, что я хотел... То, что я хотел, я сделал. С рапирой побегать и показать, в принципе, нормальный такой овнинг. И они еще и могли камбэкнуть. Еще софтер на инвокере был. Так что это, по-моему, вообще заслуживает лайка, ребят. Поэтому на этом все, ребят. Спасибо всем, кто посмотрел этот гайд. Не забудьте написать в комментариях, нужен ли вам бонусный видос, дополнение через Аганим, через Этериал, через Дагон, но чисто по фану. И, конечно же, не забывайте про ссылку в описании, что там есть видосик, где Тускаром с помощью Аганима и, конечно же, Руптуры нашего Бладсикера мы делали прикольный контент. С Антохой, кстати. Любите Антоху, я знаю. Поэтому, ребят, на этом все. С вами был Ксаназ. До скорого.